think I could forgive you. See, our world is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Доброе утро, богатое у нас сегодня утро, золотое. Да, действительно, всем доброе утро. Александр Смолтов, Яна Ушакова и Василий Баранов. В этой программе «Новое утро» мы рады приветствовать вас в понедельник на ваших и наших телеэкранах. Ну и сейчас коротко о том, что вы сегодня увидите в нашей программе. Итак, мы начинаем наше утро с нашими друзьями, танцевальной школой «Эвольверс». Сегодня они отжигают, насколько вы можете это наблюдать. Пингвины Мадагаскара готовы встретить Новый год вместе с вами. Сегодня примерно в 7:10 смастерим в рукодельном телеблоге поделку как раз-таки с изображением любимых персонажей. Кроме того, сегодня ждем в гости наших постоянных экспертов и узнаем от них много всего интересного. И начинаем по традиции с новостей. Прямо сейчас утренние новости. Доброе утро. О главных событиях. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что все, о чем попросит его украинский коллега Петр Порошенко, будет выполнено за сутки. Все, что президент Украины не попросил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь, заявил Лукашенко на встрече двух президентов в Киеве. Белорусский лидер добавил, что они с Порошенко соседи и родные люди. Президент Украины, в свою очередь, выразил надежду на восстановление интенсивности переговоров участников конфликта на Украине при посредничестве Минска. Он отметил, что благодаря сотрудничеству с Белоруссией в истории дипломатии вошли термины «Минский формат», «Минский меморандум», «Минский протокол» и «Минские договоренности». Вот такая дружба у них теперь. Ну и, наверное, самая главная новость, которая вчера волновала всех красноярцев. Вечером многие люди видели это воочию. В здании Красноярского аграрного университета произошел пожар. Сообщение о возгорании в здании на улице Кирова поступило около 18 часов. Площадь возгорания превысила 150 квадратных метров. На месте происшествия работала следственная оперативная группа и руководство отдела полиции, а также пожарные, более 50 специалистов МЧС и 11 автоцистерн. Кроме того, на место ЧП приезжал и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Как сообщили позднее в ГСУ Следственного комитета, по факту обнаружения тела мужчины, предположительно сторожа, начата доследственная проверка. Ну и немного забавной информации. Жители канадского Ванкувера обнаружил в своей квартире спящего грабителя. Сообщается, что хозяин, чье имя не уточняется, был потрясен и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка арестовали неудачливого вора. Когда хозяин квартиры зашел в одну из комнат, то обнаружил на диване спящего мужчину. Он был одет в хозяйскую футболку. Позже стало известно, что после того, как грабитель проник в квартиру, он поел, сложил в рюкзак вещи, которые собирался похитить, и решил немного вздремнуть. Полицейский, который участвовал в задержании, рассказал, что преступник был удивлен тем, что его разбудили сотрудники правопорядка. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Полицейские в разных странах периодически задерживают грабителей, которые засыпают на месте преступления. Например, в 2013 году в Крыму задержали вора, который пытался похитить из чужого дома колбасу, сало и мясо, но уснул на месте преступления. Информация от синоптиков. Василий Баранов вам ее сейчас расскажет. Так что внимание на экран, друзья, и хорошего вам утра. Утренние новости о погоде на сегодня. На календаре 22 декабря, сегодня понедельник. Синоптики в этот день прогнозируют нам пасмурную погоду, но вот осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление сегодня существенно меняться не будет. Утром температура воздуха в среднем по городу минус 4 градуса. Днем будет около минус 5, вечером похолодает до минус 7 градусов. И теперь от прогноза погоды перейдем к информации экономической. Доллар, курс на сегодняшний день 60 рублей 68 копеек, а евро 74 рубля 57 копеек. Спонсор прогноза погоды в новом утре — пальто Центр объявляет скидки на все. Не пропустите главную распродажу сезона. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, вчера вечером Кирова улицу перекрыли. Ты, поскольку живешь в другом районе, да, не была этому свидетелем. Огромное количество пожарных нарядов вчера работало. Вся улица была залита водой. Много очень людей смотрели. Я сам лично вот смотрел вот эту фотографию. Я тоже сам фотографировал на мобильник.
И ты знаешь, здание аграрного, оно прям, вот мои руки в кадре, практически выгорело, как мне кажется, потому что сбоку, когда с улицы Кирова смотришь, вот весь верхний этаж, он был в огне, ну, уже практически черный такой, знаете, и вот чуть-чуть все-таки еще горело. Печальное, конечно, такое событие, красивое здание историческое, и вот так случилось. Понимаешь, где это находится? Я понимаю, конечно, где это находится, я, конечно, соболезную всем тем, кто пострадал от этого всего, очень жаль. Погиб мужчина, да, вот сейчас... Проверка по этому факту идет. Что случилось, почему так произошло? Ну, наверное, скоро мы все узнаем. Я уж не знаю, под какими звездами, как говорится, сейчас мы находимся, но мне кажется, что звезды к нам в последнее время неблагосклонны. Это связано и с экономической ситуацией, и с разными другими ситуациями. Но надеюсь, что гороскоп на сегодняшний день хоть как-то нас обрадует. Улыбнитесь новому утру. С вами гороскоп. Овны. Возрастает вероятность очередного счастливого случая. Повышается вероятность удачных приобретений, полезных для вашего будущего. Тельцы, вы сегодня уйдете с головой в работу, но не увлекайтесь слишком. Ваше служебное время будет оплачено руководством не вовремя или не полностью. Близнецы. Если вы согласитесь принять участие в общем деле или помочь кому-то, то обязательно получите за это материальное вознаграждение. Раки. Усилия и личные инициативы начнут приносить отдачу лишь ближе к концу дня. Именно на вечерний час стоит перенести переговоры или начало важной поездки. Львы. Человек, решение которого вы ждете, сегодня может взять тайм-аут на размышления или просто исчезнуть из поля вашего зрения. Девы. Выход из любого положения, в том числе неприятного, найдется сам собой. И даже если он не покажется вам идеальным, то во всяком случае вполне вас устроит. Весы. Материальным делам, а также любым начинанием практического характера в эти сутки желательно отдать предпочтение перед всеми другими проблемами. Скорпионы, вам не грозит в ближайшее время потеря состояния. Наоборот, благодаря своей удачливости вы сможете приумножить личные ресурсы. Стрельцы, небольшие презенты родным, на которые вполне хватает ваших карманных денег, могут быть куплены уже этим вечером. Не времените с подарками. Козероги, не удивляйтесь, если ваша вторая половинка станет чуть более капризной. Примите просьбы во внимание, но не забывайте и о собственных нуждах. Водолеи, от нагрузок в этот день стоит отказаться. Подумайте о чем-нибудь приятном, о грядущих праздниках, о подготовке к каникулам или о выборе подарков. Рыбы, сегодня есть опасность забыть о чем-то важном, опоздать на запланированные встречи, потерять документы. Будьте внимательнее. Доброе утро. Вы наверняка знаете, да, что главный продукт, точнее напиток прошлой недели, это квас. Именно вятский квас. Сегодня я утро предлагаю начать именно с дегустации кваса, но... Поквасим этим утром немножко? Да, такое у нас будет квасное утро. Главное не прокваситься, ребят. Да, но чтобы проснуться максимально бодро и чтобы наши зрители могли почувствовать настроение, я предлагаю посмотреть небольшой ремикс на пресс-конференцию Владимира Путина и на товарища, который про этот квас рассказывал. Слушаем, делаем телевизор погромче. Добрый день. Мамадов Владимир, город Киров. Но она же вятка. У нас делают вятский квас. У нас делают вятский квас. Квас, давай, вятский квас. Квас, я хотел угостить вас. Квас, хорошо. Ребята, кто там еще раз делают вятки? Квас, вятский квас. Вятский квас. Ребят, за квас. Ваше здоровье. Да, у нас такое безалкогольное утро, но веселое. Вот как хорошо, что человек напомнил, что в Вятке делают квас. Квас он такой, не то что безалкогольный, но он же это тоже, да? Ну там чуть-чуть. Продукты брожения, так что, друзья, сегодня мы будем чуть веселее, чем обычно, так что, ну... Да. Всем доброе утро. Да, да. Но напитки у нас есть, надо еще что-то покушать. Ну это точно. Если вы еще не приготовили какое-то меню к новогоднему столу, то на этой неделе каждый день мы будем знакомить вас с рецептами самых простых блюд, которые можно подать к новогоднему столу. И вот сегодня мы узнаем, как можно приготовить вкусный салат с кальмарами. Доброе утро! Сегодня мы приготовим простой и вкусный салат с кальмарами, который замечательно подойдет к новогоднему столу. Для этого нам потребуется свежий огурец, помидоры черри, один лист салата, перепелиное яйцо, кальмар и красная икра. В первую очередь нам потребуется сварить кальмары. В воду для кальмаров мы добавим перец черный горошком и выдавим немного сока лимона. Пока вода у нас закипает, я нарежу овощи. Огурец нам потребуется нарезать тонкой соломкой. Все ингредиенты мы будем смешивать сразу, добавляем.
оставляем чашку. Помидоры черри нарезаем четвертинками. Хотя помидоры у нас большие, нужно нарезать помельче. Сейчас закипит вода, мы опустим туда кальмары. Очень важно помнить, что кальмары нельзя долго варить. Кальмары варятся буквально 2-3 минуты. Если мы их переварим, они получатся очень твердые и будут резиновые. Их невозможно будет жевать. Перепелиное яйцо нам потребуется разрезать на половинки. Вот этого нам будет достаточно. Кальмары у нас готовы. Обязательно просушиваем на бумажном полотенце, либо на салфетке. Кальмары у нас остыли. Нам потребуется нарезать их кольцами. После этого мы добавляем кальмары в огурец с помидором. Добавляем майонез. На одну порцию потребуется около 20 граммов майонеза. Хорошо перемешиваем. Обязательно нужно поперчить. Добавим немного соли. Сейчас я приступаю к выкладке салата. Нам потребуется лист зелени, металлическое кольцо. Дома можно использовать обычную пиалку. Выкладываем сначала в пиалочку, и салат очень красиво лежит на тарелке. После чего мы украшаем перепелиным яйцом и красной икрой. Также мы возьмем немного зеленого лука. Салат с кальмарами готов. Приятного аппетита! Чтобы на такие ингредиенты недешевые заработать, нужно выиграть у нас в конкурсе 5000 рублей. Тогда стол точно будет роскошным. Нет, не просто нам нужно, надо кота завести сначала, понимаете? Да. Я раньше почему злой был? Потому что у меня кота не было. А вот сейчас вот у тех, у кого есть кот, у него есть возможность выиграть 5000 рублей. Как это сделать, ребят? Как это сделать? С 15 декабря в нашей программе стартовала акция под названием «Котейка рубль бережет». Приз 5000 рублей. Что нужно сделать? Взять вашего питомца или питомцев, может, у вас несколько кошек или котов, сфотографировать их, чтобы у вас кроме котов еще и в кадре были деньги. Это обязательно, чтобы вот денежки были, такой, да. Такой кошачий денежный натюрморт. Организуйте, пожалуйста, зафиксируйте и нам присылайте. А вот у людей плюшевые были коты, видели? Да, после того, как вы сфотографировали своего котейку или своих котеек с деньгами, вам нужно выложить в социальную сеть ВКонтакте либо в Инстаграм этот снимок и поставить хэштег «Новое утро», то есть решеточка и в одно слово «Новое утро». По этому ярлыку мы сможем отыскать в паутине интернета ваши снимки и, собственно, их отсмотреть и уже выбрать победителя. 29 декабря будем подводить итоги в прямом эфире программы «Новое утро» на ТВК. Смотрите с 6.30 до 9. Не пропустите победителю 5000 рублей. Мне кажется, что наши омские или томские коллеги, где еще есть «Новое утро»-то? А по в этому Омске? Хэштегу бьются. В Омске, они в Казани. Очень, удивятся, да, почему, собственно, под этим хэштегом появилось такое огромное количество котов. Пускай знают, это красноярские коты, не трогайте их и не показывайте в своих эфирах. Это наши коты с деньгами. Кому-то это принесет удачу и 5000 рублей из наших телезрителей. Сейчас мы ненадолго прервемся, вы обязательно оставайтесь с нами, надевайте свою самую удобную пижаму, вставайте с дивана, потому что скоро будем плясать. Доброе утро. Спасибо, что остаетесь с телеканалом ТВК. Как привести себя в бодрую утреннюю форму? Это покажут нам участники школы танца «Эвольверс». Это будет примерно через минуту. Сейчас пока смотрим небольшой сюжет от «Шерифа», а потом пляшем и заряжаемся. Продумывая к Новому году меню, составляя список подарков, мы забываем о себе любимых. Будем исправляться. Эффектные праздничные наряды для нас уже подготовили. Начнем с классики. Давай, черное платье, пожалуй, самая актуальная классика. Если же выбирать что-нибудь цветное, то можно, опираясь на гороскоп, остановиться на платье синего цвета. Или выбрать платье, которое можно будет носить и потом, на другие праздники. К примеру, такое из жаккарда с интересным орнаментом. Ну а чтобы образ казался законченным, подбираем к платью сумку. У вас не будет корпоратива, не расстраивайтесь. Ведь для того, чтобы купить платье, блузу или джинсы, повод не нужен. Кстати, можно и подарки заодно присмотреть. Ремень со стразами подруге, которая любит джинсы. Яркий кошелек сестре, чтобы деньги всегда водились. Ну а мужу стильную кожаную сумку. Новый год хочется встретить ярко, и для этого нужен подходящий наряд. Выбрать его, а также новогодние подарки для себя и близких вы сможете в джинсовых магазинах «Шериф». Кстати, есть подарочные сертификаты. Магазин «Шериф» поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает за праздничным настроением.
Доброе утро. А у меня сегодня одно из самых важных событий – защита диплома ребятам от фака КГПУ «Не пуха нам». Это финиш. Отлично, мы поздравляем тех, кто защищает диплом, желаем им удачи, ну а тем, кто просыпается, мы желаем бодрого пробуждения. Со школой танцев «Эвольверс» у нас в студии преподаватель Лилия Тартачакова. Доброе утро. Доброе утро. Знаете, я бы сказала, даже школа танцев «Эвольверс» и компания. Ну, компания и это and я. Company. And company. Вам слово. Ну что ж, начинаем нашу танцевальную зарядку. Немножко разомнем ножки. Правая ножка, левая ножка. Раз, два, три. Сначала в стороны, чуть-чуть вперед и в сторону. Медленно. Быстрее. Можем добавлять плавные движения, импровизировать корпусом. Движение очень легкое, можно в это время разговаривать по телефону. Знаете, тот случай, когда мужчинам хочется просто смотреть и не повторять ничего, просто смотреть. Умеете вы выкрутиться, ребята? Мастера разговорного жанра. Хорошо, теперь усложняем. Добавляем ручки вместе с ножкой в стороны. Ты боже мой. Возвращаемся на место. И еще раз. В стороны, на место. В сторону, на место. Раз, два, три, фо. Раз, два, три, фо. Пять, шесть, семь. Быстрее. Ну как, получается? Смотреть получается вообще отлично. Как будто мы подтягиваемся с утра. Девочки, интересно, а вот такое движение может помочь сделать из второго третий размер? Я не знаю. Нет, одежды, конечно. А вы знаете, ребят, как качается? Я каждый раз думаю, что у меня рубашка растягивается до следующего размера, когда приходит Эвольверс, и мы начинаем что-то делать. Даже пиджак. Очень хорошо. А у кого второй, Танюш? Ну, раз уж подробности вот и не пошли. У многих девочек второй. Ну, или с третьего в четвертый, или с первого во второй. Конечно, сегодня мы можем утро посвятить. Главное, чтобы не наоборот, понимаешь? Как определить на глаз, какой размер? Хорошо, добавляем поворотик. Шагаем. Раз, два. Ух ты! Три. Ножка. Раз, два. Три. Ножка. Раз, два. Три. Хлопок. Раз, два. Три. Хлоп. Раз. Опоздали. Два. Три. Хлопок. Пять, шесть, семь, восемь. Тоже очень легкое движение. Можем попробовать соединить эти два движения. По два. Раз. Два, три, по, пять, шесть, семь, поворотик. Раз, два, три, по, пять, шесть, семь. Ну что, попробуем побыстрее? Побыстрее? Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, по, пять, шесть, семь, поворот. Пам, 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 хлопок, еще. Ну что, добавим следующий танцевальный элемент? Конечно, гораздо добавим. Гораздо сложнее. Ребят, добавим, ребят? Колесо. Добавим. Ну колесо. Колесо, это слишком для нас. Пинок. Ставим ножку. Пнули, поставили. Пнули, поставили. Пнули, поставили. Пнули, поставили. Пнули, поставили. Пнули, поставили. Руками также можно импровизировать. С руками сейчас мне не получается пока. Пять, мне только пинать получается неплохо. Ручки. Ручки у нас работают, летают по воздуху. Такое ощущение, что у меня пять ног, знаете, не две. И все хотят танцевать. Я не буду успевать, я
Медленно, ножки. Пнули, поставили. Как будто мы пинаем кого-то. Поставили. Пинаем, поставили. Бам. Ножки. Раз. Бам. 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 К этому движению нужно привыкнуть. Мы уже привыкли. Да что ж такое? Хотя бы просто можно импровизировать вот так. И знаете, я хочу обратить внимание наших зрителей, вот переходя от танца. Видите, у нас козочка, да, под елкой спряталась. И вот наша козочка не шалит совсем, она не переворачивает елку. Но вот коты могут устроить дома кипиш. Таня, расскажи, вот твой кот позволяет себе такие вещи с елочкой? У меня же дико приличный кот, ребята. Ну просто невозможно его вывести из себя, довести до истерики или дождаться от него каких-то пакостей. Кот абсолютно, понимаете, морально устойчив. Спокоен и воспитан. Мы теперь от танцев и школы танцев Evolvers переходим к сюжету о кошках. Как обезопасить свое новогоднее дерево от посягательств кота? Ольга Добриденко сейчас расскажет. 1, 2, 3, 4, 5. А где шестой шарик? Котелька! Не досчитались елочные игрушки, ищите в лапах домашних питомцев. Многие животные обожают с ними развлекаться. А уж как им нравится мишура и дождик, в ветеринарных клиниках в декабре и январе полно четвероногих, решивших пообедать елочными украшениями. Их 70% от общих случаев, говорят врачи. Владельцы причем сами замечают, либо кошечка уже ходит в туалет, у нее из попы торчит мишуринка, то есть, соответственно, она, проходя желудочно-кишечный тракт, застревает и только оперативно убирается. Собаки... Мелкие породы очень любят играть с маленькими шариками, также с мишурой и дождиком. Крупная, средняя или крупная порода съедает какой-то шарик небольшого размера. Да, его видно хорошо, но обычно с новогодними игрушками такое не встречается. Это бывает с мячиками. Наиболее безопасное место для высокой елки в углу. Рядом не должно быть предметов, с которых животное сможет на нее запрыгнуть. Не стоит украшать нижнюю часть елки, туда легко может добраться питомец. Ствол, особенно если ель живая, обмотайте фольгой. По такой поверхности кот не захочет взбираться. Про мишуру и дождик забудьте. Тем более не стоит пытаться вытащить их, если питомец проглотил эти украшения. Сразу к врачу на операцию. Сложная операция плюс восстановительный период, то есть достаточно серьезный. То есть там предусматривается внутривенные инфузии, соответственно, плюс голодная диета, потому что это разрезается кишечник, иногда желудок. Поэтому достаточно длительный восстановительный период. Елочные шары закрепите скотчем, им же шнуры, если елка электрическая. Если кот боится пылесоса, пусть последний постоит неподалеку от елочки. Можно разложить шкурки от мандаринов или смазать ветки эфирным маслом с похожим запахом. Кошки его терпеть не могут. Как только усатая морда приблизится к украшениям, побрызгайте ее водой из пульверизатора. Так кот поймет, что елка не для игр. Собакам в этом случае подойдет команда «нельзя» или «фу». И если вас нет дома, закройте комнату, где стоит елка. Прямо сейчас утренние новости. Доброе утро. Важные новости и обзор сейчас в нашей программе. Жюри Кубка мира по биатлону отклонило протест Федерации биатлона Франции на действия россияна Антона Шипулина, победившего в гонке с масс-старта на этапе Кубка мира. Российский спортсмен сохранит за собой золотую медаль, сообщается на официальной странице Союза биатлонистов России. Шипулин, допустивший один промах из четырех на четырех огневых рубежах, показал время 35 минут и 16,8 секунды. Незадолго до финиша француз Жан Гион Беатрикс, шедший в группе лидеров, упал после контакта с Шипулиным и лишился шансов на борьбу за медали. Падение Беатрикса также ухудшило позиции Фуркада, финишировавшего вторым. В Красноярске замечены мошенники, предлагающие поддельные страховые полисы ОСАГО и КАСКО. Об этом сообщили в Департаменте экономической безопасности Альфа-страхования. Как пояснили в компании, за два последних месяца в Красноярске было замечено более 10 случаев мошеннических действий. Мошенники действуют по разнообразному сценарию. Используют клиентские
клиентские базы автосалонов. Они сначала представляются клиентами и по телефону узнают в страховой компании условия пролонгации договоров страхования. После этого звонят клиенту или направляют смс-сообщение, предлагая купить полис с существенной скидкой. Высокое качество исполнения подделок не всегда позволяет клиенту самостоятельно выявить признаки подделки полиса, говорится в сообщении компании. Также в компании советуют приобретать полисы только в официальных офисах. Мошенники же предлагают купить договор с существенными скидками и, кроме того, доставить его по любому адресу. В общем, удобно действовать, что ты скажешь. Ну и вот такое наказание за измену. Жительница Гонконга Чинг Су оставила изменившего ей мужа голым на парковке у торгового центра. Женщина обнаружила автомобиль супруга, когда следила за ним. Внутри машины она увидела двух голых людей, своего мужа и собственную сестру. Заметив Чинг Су, молодые люди выскочили из автомобиля, а воспользовавшись ситуацией, обманутая жена села за руль машины и уехала с парковки, оставив смущенную пару на паркинге без одежды. Свидетельница инцидента рассказала журналистам, что молодые люди выглядели очень смешно. Люди хватали свои телефоны и снимали их на видео. Я сделала то же самое. Этот парень стучал кулаком в окно и кричал, но женщина просто уехала. А позже выяснилось, что дама, которая застигла своего мужа вот за этим занятием, подала уже на развод. Так что, друзья, аккуратнее и будьте непременно бдительны. Сегодня понедельник, день такой тяжеловатый. Мы желаем вам хорошего утра, а Василий Баранов нам сейчас расскажет много всего интересного. Ему передаю слово. Утренние новости о погоде на сегодня. Для начала из интересного расскажу о погоде. 22 декабря, на календаре понедельник. Синоптики нам прогнозируют погоду облачную, без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление существенно меняться не будет. Минус 4 градуса – это утренняя температура воздуха. Минус 5 – дневная. Вечером – минус 7. Что касается курса валют. Доллар – 60 рублей и 68 копеек, а евро – 74 рубля 57 копеек. Спонсор прогноза погоды в новом утре – Пальто Центр объявляет скидки на все. Не пропустите главную распродажу сезона. Маленьким телезрителям, доброе, потому доброе. Что начинается детское время в нашей программе. И мы рады вам сообщить, что партнер детского конкурса на этой неделе – сеть супермаркетов игрушек и детских товаров «Rich Toys». Недавно «Rich Toys» порадовал покупателей на правобережье. Супермаркет «Rich Toys» по адресу Вавилова, 2А, открыл свои двери. Два этажа качественных детских товаров, удобная парковка, высокая транспортная доступность. Это все, конечно же, плюсы, огромные плюсы нового супермаркета «Rich Toys» на Вавилова, 2А. А работает супермаркет ежедневно с 10 до 21 часа. Это особенно актуально в предновогодней суете. «Rich Toys» на правобережье приглашает вас за покупками. У нас есть прекрасные подарки и, конечно, у нас есть по традиции очень интересное задание. Посмотрите на экран и разгадайте это слово. Алвздо. Ого, много букв, но у вас есть достаточно времени, чтобы дозвониться в редакцию 202-88-88. Когда дозвонитесь, посмотрим смешариков, а потом мы уже вам подробнее расскажем о тех многочисленных подарках, которые у нас для вас есть. Доброе утро. Мы готовы поздороваться с малышом, который самый шустрый дозвонился и уже у нас на линии. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Саша. Саша, приятно. Очень приятно. Скажи, пожалуйста, какое слово мы сегодня загадали? Букв было очень много. Водолаз. И действительно, из этих 7 букв получается водолаз. Мы тебя поздравляем. И непростая задача, тебе нужно выбрать подарок, который тебе больше всего нравится. Смотри, у нас есть роспись по шелку, есть у нас фрески, целых 3 штуки, гравюра, есть у нас и папье-маше. Что ты выбираешь? Ну, давайте фреску. Фреску? Какую из этих вот, которая преимущественно желтая у нее упаковка или вот розовая? Вот эту. Вот эту. Без песка. Ага, отлично. Здесь картина из песка. Действительно, фреска это достается тебе. Но кроме этой фрески еще целый комплект подарков от магазинов Rich Toys. Это магнит на холодильник. Смотри. Оп. Еще ручка в школу и блокнот тоже в школу для твоих важных записей. Поздравляем. Спасибо большое. Да. И с наступающим Новым годом. Кстати, как будешь отмечать Новый год?
Я даже не знаю. Но в семье, наверное, с родителями? Или с подружками? Конечно. Но у меня кроме Нового года большие планы еще. Какие? Вот чуть-чуть. А вот это секрет. Ах, Саша, да. Саша, ну ладно, будем томиться тогда. Поздравляем тебя еще раз. Сегодня ты победительница детского конкурса. И это очень приятно. Да, в конце недели мы разыграем подарочный сертификат на сумму 1000 рублей от Rich Toys. Но это будет в конце недели. У нас еще впереди 4 дня и, соответственно, 4 малыша, которые тоже смогут за это побороться. Ну а мы спешим напомнить, что партнер детского конкурса — сеть супермаркетов детских товаров и игрушек Rich Toys. Rich Toys приглашает за покупками в новый супермаркет по адресу Вавилова 2. Работает супермаркет ежедневно с 10 до 21 часа. А там целых 2 этажа. Разных детских товаров, которые помогут воплотить любые мечты и создать яркую новогоднюю сказку. Звоните по телефону 205-03-01. Это телефон супермаркета, а находится он на Вавилова 2А. И теперь от игрушек и детских магазинов переходим к рукоделию. Сегодня простой вариант, как украсить свой дом игрушками, в которых будут известные персонажи — пингвины Мадагаскара. Даже если ваша новогодняя елка давно уже наряжена, на ней всегда можно найти место для еще одного украшения. Первым делом необходимо раздобыть две прозрачные пластиковые крышки. В моем случае это крышки от упаковки из-под чипсов. Обе крышечки прикладываем к распечатанному изображению. В общем-то, распечатать можно было любое изображение и даже фотографию. Например, фотографию друзей или родных. Обводим круги карандашом, вырезаем картинки и вкладываем их внутрь крышек. Так как обе эти детали предстоит склеить между собой, чтобы изображения внутри не топорщились, между ними вставляем бумажную прослойку. Это обычный лист, сложенный в несколько раз. Быстрое и надежное соединение обеспечит липкая лента. Приклеиваем ее по периметру, соединяя обе крышки. Вполне уместно будет замаскировать место соединения симпатичной лентой. Фиксируем ленту с помощью двустороннего скотча. Чтобы украшение было удобно подвешивать, делаем ему петлю из атласной ленты. Приклеиваем ее на самую верхушку и дополнительно украшаем камушком. Елочное украшение завершено. Как вы понимаете, учитывая простоту идеи, можно смастерить много таких игрушек и украсить ими не только елку, но и вашу квартиру. Семь часов и 12 минут. Всем доброе утро. И вот у каждого из нас в руках по одному шансу. На обложке шанса в этот раз Джулиана Мур. Прекрасная, талантливая, рыжеволосая, нестареющая. Среди, кстати, популярных актрис сейчас прям мода какая-то — играть колдуньи и злодеек. Вот и Джулиана Мур поддалась этой моде и сыграла ведьму в фильме Сергея Бодрова «Седьмой сын». Любопытная статья есть в рубрике «Загородная недвижимость и строительство». Она называется «Зима вам в помощь». Оказывается, совершенно не обязательно стройку замораживать на период зимний. Есть виды работ, которые, наоборот, удобнее всего делать как раз-таки зимой. Главное знать как, а шанс поможет. Зима в помощь. Да, и в рубрике «Здоровье» начинается, рубрика «Здоровье» начинается с интригующего заголовка. Жемчуга алмазной крепости. Здесь речь идет о том, как укрепить и восстановить зубную эмаль. Оказывается, для этого существует масса интереснейших технологий. Да, ищите шанс, потому что здесь, кроме любопытных статей, всегда еще есть программа передач, в том числе и программа передач для ТВК. Вот. Ну что, берите свой шанс в руки, читайте, наслаждайтесь, а мы продолжаем нашу программу. И прямо сейчас у нас блок полезной информации от наших партнеров. После будем ждать встречи с вами в этой студии.
Вы абсолютно правильно делаете, что просыпаетесь с телеканалом ТВК. Вы посмотрите, кто к нам пришел в гости. Это конь Бублик. Он специально для вас надел сегодня костюм Санта-Клауса. Но с ним мы побеседуем минут через 15-20. А сейчас прогноз погоды. Сегодня 22 декабря, в понедельник. Синоптики нам обещают облачную погоду без осадков. Ветер юго-западный. Давление сегодня существенно не изменится. Утром температура воздуха минус 4 градуса. Днем минус 5. Вечером минус 7. И теперь о курсе валют. Доллар. Это курс на сегодняшний день 60 рублей 68 копеек. И евро 74 рубля. Да, Бублик, представь себе, 57 копеек. Доброе вам утро. Спонсор прогноза погоды в новом утре – Пальто Центр объявляет скидки на все. Не пропустите главную распродажу сезона. 7:18. Всем доброе утро. Саша Смол уже готовится показать нам самые интересные страницы сети Инстаграм. Ну а пока немного полезной информации от наших партнеров в преддверии Нового года. Данная информация будет чрезвычайно полезна. Сегодня нас ждут чудеса. Мы выберем кухонные приборы и посуду, которые превратят подготовку к празднику в волшебство. Чудо номер один – ветчинница. Она из термостойкого пластика и силикона. В ней можно приготовить как ветчину, так и паштет. Обжаренную и перетертую через сито печень закладываем вовнутрь, закрываем, ставим ветчинницу в кастрюлю и ждем около часа. Мы приготовили паштет заранее, и вот что у нас получилось. Думаю, для праздничного стола то, что надо. Еще одно чудо – сковорода для двусторонней жарки продуктов. Я думаю, в ней хорошо получится омлет с поджаристой корочкой. Кроме того, это две полноценные сковороды. А вот такая силиконовая крышка заменит сразу несколько. Нужно что-нибудь разогреть? Пожалуйста. Готовя мясо в духовке, можно прикрыть форму. И место занимает минимум. Ну и какой праздник без аромата выпечки? Нам понадобится песочное тесто. И вот такой волшебный набор. Самое интересное нас ждет, когда будет готов праздник. Теперь будем собирать из пряников елочку. А если купить вот такие формочки, можно в новогодние каникулы вместе с детьми сделать мороженое. В общем, вы сами можете придумать себе чудеса. Волшебница Тескома дарит скидки до 50% на все. Дарите своим близким чудеса вместе с Тескома. Здравствуйте, здравствуйте. Смотрите и не говорите, что вы не видели. Раз в неделю мы делаем обзор самых каких-нибудь интересных, не то что популярных, а стараемся делать интересных страниц Инстаграм. И вот сегодня я выбрал три профессии, которые, мне кажется, очень мужские, за которыми кочегары? Приятно наблюдать. Не знаю, за кочегары. Вот знаешь, в чем проблема наших профессий, ну, рабочих профессий? То, что у нас как-то, ну, мало людей, которые пользуются Инстаграмом, которые заняты каким-то другом. Например, я, конечно, гуглил там Инстаграмы сантехников, да, или Инстаграмы там, ну, не знаю, кого-нибудь еще, там, и кочегаров тоже. Это все очень-очень сложно найти, но сегодня я нашел три профессии, которые, мне кажется, очень интересны. Вот первая профессия, Таня с ней знакома не понаслышке, но каждый мужчина желает стать этим человеком, это пилоты. Вот пилот гражданский... Да. Нет, нет, давайте первого покажем. Вот в том порядке, в котором я вам написал, это не так сложно было сделать. Вот. К сожалению, не указано имя этого человека. Много очень пилотов в социальной сети Инстаграм, их огромное количество. Я вот выбрал одного, потому что здесь, ну, много фотографий как раз вида самолета изнутри кабины, да, самих там. Вот, вот этот мужчина рулит самолетом. Федерико Эйрлайн. Ну, он пилот, видишь, воздушный пилот. А российских пилотов ты не обнаружил? Российские пилоты тоже есть, просто их очень тяжело, понимаешь, по тегам тяжело искать кого-то в Инстаграме. Это, ну, надо случайно нарваться, пересмотреть миллионы кадров. Я просто, и у большинства пилотов, которые есть, там еще много, ну, какой-то семейной жизни, каких-то вещей. А вот этот парень, он ведет Инстаграм такой, да, очень много там фотографий как раз того, что его окружает именно с кабины. Вот это, мне кажется, очень круто смотреть в ветровое стекло самолета и видеть облака поверх. То есть не вбок, а ты летишь прямо над ними. Это очень здорово, так что вот если вам интересно, можете подписаться, у него простой ник, видите, Феде Пилот. Это пилот. Да, я не знаю, там много воздушных судов он водит. Следующий Инстаграм, это Инстаграм уже российского человека, парня Николая по фамилии Уваров. Он не пилот,
Он машинист поезда. Ух ты, у него есть Инстаграм. Вот, у него есть Инстаграм, да. Вот посмотрите, здесь много всего. Но здесь, конечно, у него есть какие-то вещи, да, такие и из жизни тоже. Ну и он фотографирует вот будни работы на железной дороге. Это вам не гламурные штучки, да, всевозможные. Это вот такая серьезная, суровая... Не клубная хроника. Суровая реальность, да. Ну, здесь все прилично, все интересно. То есть, время вот они там что-то кушают. Можно посмотреть, это правда прикольно. Николай Уваров, вот подписывайтесь, у него сложный выговариваемый ник. Я всегда, кстати, удивляюсь людям, которые делают себе какие-то сложные ники в Инстаграме. Еще цифры, да? Добавляют. Вот это есть такие же люди, которые электронную почту себе заводят, но с большими маленькими буквами какими-то. Как потом тебе написать или тебя найти, в общем, заводить себе простые Инстаграмы. Третий человек. Я очень хотел найти капитана корабля, но это было очень сложно. Правда. И единственное, что я нашел, у которого очень много фотографий на эту тему, это парень, у него тоже есть корабль, но в основном он занимается серьезной рыбалкой. Это, то есть, моряк. Который рыбачит и продает, наверное, рыбу и все остальное. У него там тоже огромное количество видов и, в общем, морских обитателей. Он уже вот с Новым годом поздравляет подписчиков. И прочитать его имя просто нереально. Вот нереально. Если Таня сможет, я Пелагика? Пескатуризмо. Ну и здесь, конечно, огромное количество всевозможных там закатов, восходов, знаешь, видов с корабля. Это вот Я просто вспомнил, я подписан на Disney Cruise Line, это круизные лайнеры Disney, там, конечно, невероятно все красиво, но дорого. Вот. Я сейчас заплакал. Там просто есть услуга завтрак и ужин с принцессами Disney. Реальными? Да, да. Ну, в смысле, там девушки в костюмах можно заказать на круизном лайнере, все прилично, они просто с тобой ужинают. Я просто вдохновился уже, а потом ты меня осадил немного. Нет, все ну серьезно. Ладно, давайте попутешествуем по страницам Инстаграма. Что произошло с теми людьми, которых вы сейчас видите в кадре за неделю? Давайте. За две недели, правильно? У меня очень скучная лента как-то выдалась. А кто у нас первый на очереди? Татьяна, давайте Татьяна посмотрим. Татьяна Ушакова. Вот, Танюша, вот эта фотография с мужчиной, например. Это фотография с мужчиной. С этим мужчиной. Галлюцинации. Я люблю фотографии с мужчинами. Угу. Люблю. Это хорошо. Давай узнаем, вот за две недели самый интересный кадр, который тебе удалось снять, и вот что самое интересное произошло в твоей странице Инстаграм? В твоей жизни Инстаграм? На этой неделе я очень много... Вот мужчина-пилот тоже. Вот он, я почему говорю, что значит, та не близка эта тема. Смотри, есть у него Инстаграм? У него есть Инстаграм. Нельзя его светить? Не нужно. Вот тоже мужчина, тоже наверняка да, есть Инстаграм. Оправдывайте сами. Видите, мои фотографии не отличаются оригинальностью просто с мужчинами. Ну, просто я и мужчина, я и еще один изысканная мужчина. Я и третий, и пятый, и десятый, и коллекционеры мужчин. А вот я и подружки. Кстати, в новом заведении рекомендую всем отличное заведение. Я за эту неделю три раза туда сходила, прям не могу остановиться, знаете. Хожу и хожу. А на какую букву? Хожу и хожу на «Б». «Б». Из двух слов. Из двух слов. Да. Вот так вот. Теперь мучайся, Саша. Посередине хвостик. Не понял. Два кольца, да. Еще не понял. Ну, давайте следующее. Это, не знаю, буду я или будет Василий, кто-то из нас двоих. Это мой, по-моему, Инстаграм. Все просто. Васка Баранов. О. Тут есть поделки. Преимущественно новогодние пока там, что. Там Ушакова 99 было, да, как раз год рождения Татьяны. А вот здесь Васка Баранов. Если вы что-то хотите сконструировать со своими детьми вместе к Новому году, либо обойтись малой кровью в кризис на тему подарков, правильно? Да, вот, пожалуйста, здесь как раз творческий коллектив мой, который можно заказать на праздники. Неудержимые, как же, безудержные конокрады, вот так я его назвал. Да, можем приехать провести свадьбу. Шучу. Все, давай дальше. Теперь у нас Футурама на Футурама 1010, это следующий Инстаграм мой. Ну тут вот, вот вчерашняя фотография, да. На... Ты полюбил этот формат вытянутый, да? А это такое есть приложение, если вам интересно, InstaSize называется, можно качнуть его в Google Маркете, оно позволяет втискивать вот эти фотографии, ну, оставляя белые поля, то есть фотография широкая тогда получается. Ну и какие-то моменты, которые не хочется обрезать в Инстаграме, можно вот донести до... Да, вот это я на заправке, знаете. Знаете, почему там такая очередь на которых на всегда заправки? Очень ребят, вы не поверите. Там бензин дешевле, во-первых. Да. Целый год я ездила, смотрела на этих не очень нормальных людей, которые стоят в очереди, чтобы заправиться. И в итоге последние два месяца я стою в этой очереди и заправляюсь. Вот сегодня перед работой, чтобы не стоять в очереди, я приехала на пустую заправку и заправила. Утром. Полный бак.
Там действительно дешево, да? Там действительно дешевле. Там еще, знаете, ребят, у меня просто эта карта есть, да, конкретная. Там просто невероятная система бонусов. То есть три заправки, и четвертую ты можешь... Практически, вот давайте да, меня в каске сделать. Покажем. Вот сейчас фотография, которая была, листаните назад. Мне вот реально интересно. Вот смотрите, я фотографирую, мне кажется, ну там иногда неплохие вещи какие-то. Там. А здесь на ходу, набрало много лайков, да? Там, да. А вот здесь просто, вот достаточно сделать селфи, и почему-то селфи, это, мне кажется, самое такое простое, что можно сделать. И они набирают большое количество. Люди, это... потому что на тебя подписаны, чтобы на тебя смотреть. Надо, поэтому лайкают твое лицо. Это вот, да, мы ехали по Капулово как раз с касками, потому что поехали кататься, и я подумал, что надо вспомнить лето немножко. Я то же самое наблюдаю в инстаграмах, если ты подписан на кого-то, какую-то известную персону, например, Мумитроль. Если он выложит просто свою тарелку с едой, там мало лайков. Если он выложит просто свое лицо, как он едет на в лифте, тарелке. Да, сразу миллионы. Значит, нужно этому радоваться. Нужно этому радоваться, рад. Спасибо да. вам большое. Твоему лицу ставят лайки. Ну а теперь дачный сезон с Татьяной Кудряшовой. Она уже к нему готовится и рекомендует вам рассаду сеять не только для томатов, но еще и для цветов. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня посев таких растений, как эустома и примула. Почему? Да потому что это растение будет расти 7 месяцев и только тогда зацветет. Но мы уже говорили о том, что красивее эустомы пока никого нет. А вот красивее, чем примула под яблонями, сливами и грушами, тоже никого нет. Раннецветущее растение примула является не просто украшением, оно ковровое. Понимаете, что это такое? И увидеть ковер цветущих растений, как только сошел снег, да это просто счастье для садовода. А тем более для огородника, у которого, допустим, нет плодовой, да, плодового сада. Но цветы-то такие должны быть, чтобы сердце радовалось. Все вот эти растения, все примулы и эустомы, у них немножко особенный посев. Да, поверхностный. Написано «слегка прижать семена». Девочки, мальчики, слегка, не вдавливая в землю. Понимаете, что они загниют от этого. Но посеяв также через 2-3 сантиметра, разложив каждое семечко между рядами 5-7 сантиметров, мы первое, что сделаем, закроем все пленкой и отправим в холод. Что такое холод? Это плюс 5, плюс 7 градусов. То есть это температура холодильника. Практически 3 недели эти растения должны стратифицироваться. Поэтому делаем это в декабре. Вот именно холод и влага спровоцируют семена для сходов. Смотрите, декабрь, середина уже, пока они отстратифицируются. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Июль, вот когда они у вас зацветут. Семена, я вас умоляю, я, честно сказать, и не вижу их. Но опять двое очков, достаем семена и раскладывая их, помним, не кучами, по одному. Они обязательно взойдут. Есть еще более мелкие семена, и их тоже скоро придется посеять. Это декоративные луки. Помните, да? Я хочу остановиться не на самом посеве, вы это уже поняли. Я хочу вам сказать, что вот такой препарат, как фитоспорин, он просто крайне необходим при посеве растений, ну, таких как томаты, флоксы, такие как перцы, баклажаны. И все цветочные культуры нужно взять вот это, заправить в капроновый носочек, высыпать и отпудрить. Не посыпать, нет! Вы должны отпудрить, чтобы каждый миллиметр почвы имел на себе вот эту белую такую пудру. Зачем? Этот препарат, как никто другой, избавит вас от появления черной ножки. Я надеюсь, с посевом все понятно, со фитоспорином все понятно. Пудрить, не сыпать. И делать это на растения, которые уже взошли, нельзя. Только после посева, пока нет растений. Всего вам доброго, до свидания. А все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Прямо сейчас утренние новости.
Доброе утро. Важные новости и самое интересное. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что все, о чем попросит его украинский коллега Петр Порошенко, будет выполнено за сутки. Все, что президент Украины не попросил публично, говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь, заявил Лукашенко на встрече двух президентов в Киеве. Белорусский лидер добавил, что они с Порошенко соседи и родные люди. Президент Украины, в свою очередь, выразил надежду на восстановление интенсивности переговоров участников конфликта на Украине при посредничестве Минска. Он отметил, что благодаря сотрудничеству с Белоруссией в истории дипломатии вошли термины «Минский формат», «Минский меморандум», «Минский протокол» и «Минские договоренности». Ну, это, конечно, великая заслуга, да? А теперь главная новость Красноярска. Вчерашнего вечера в здании Красноярского аграрного университета вчера вечером произошел пожар. Сообщение о возгорании в здании на улице Кирова поступило около 18 часов. Площадь возгорания превысила 150 квадратных метров. На месте происшествия работала следственная оперативная группа и руководство отдела полиции. Также пожарные, более 50 специалистов МЧС и 11 автоцистерн. Кроме того, на место ЧП приезжал и глава Красноярска Эдхамок Булатов. Как сообщается в Следственном комитете, по факту обнаружения тела мужчины, предположительно сторожа, начата доследственная проверка. Такие печальные новости, но немножко давайте развлечемся. Житель канадского Ванкувера обнаружил в своей квартире спящего грабителя. Сообщается, что хозяин, чье имя не уточняется, был потрясен и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка арестовали неудачливого вора. Когда хозяин квартиры зашел в комнату, то обнаружил на диване спящего мужчину. Он был одет в хозяйскую футболку, а позже стало известно, что после того, как грабитель проник в квартиру, он поел, сложил в рюкзак вещи, которые собирался похитить, и решил немного вздремнуть. Полицейские, которые участвовал в задержании, рассказал, что преступник был удивлен тем, что его разбудили сотрудники правопорядка. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Ну да, мне кажется, это такой довольно странный будильник, когда себе вот так будет. А вообще, полицейские в разных странах периодически задерживают грабителей, которые засыпают на месте преступления. Например, в 2013 году в Крыму задержали вора, который пытался похитить из чужого дома колбасу, сало и мясо, но уснул на месте преступления. Мы желаем вам сегодня бодрого утра, чтобы вы проснулись. Сейчас Василий Баранов расскажет о том, что происходит в эти минуты на улице, а в плане погоды, ну и, конечно, огласит то, что волнует всех, это рост или понижение курса валют. Утренние новости. Доброе утро. Посмотрите, о боже, какой коняшка. Скоро на него будет залезать Сашка. Это действительно так. Конь Бублик со своей хозяйкой. Мы с ними пообщаемся сразу после гороскопа. Оставайтесь с нами. Вы посмотрите, какой он очаровательный. Улыбнитесь новому утру. С вами гороскоп. Овны. Возрастает вероятность очередного счастливого случая. Повышается вероятность удачных приобретений, полезных для вашего будущего. Тельцы, вы сегодня уйдете с головой в работу, но не увлекайтесь слишком. Ваше служебное время будет оплачено руководством не вовремя или не полностью. Близнецы, если вы согласитесь принять участие в общем деле или помочь кому-то, то обязательно получите за это материальное вознаграждение. Раки, усилия и личные инициативы начнут приносить отдачу лишь ближе к концу дня. Именно на вечерний час стоит перенести переговоры или начало важной поездки. Львы, человек, решение которого вы ждете, сегодня может взять тайм-аут на размышление или просто исчезнуть из поля вашего зрения. Девы, выход из любого положения, в том числе неприятного, найдется сам собой. И даже если он не покажется вам идеальным, то во всяком случае вполне вас устроит. Весы, материальным делам, а также любым начинанием практического характера в эти сутки желательно отдать предпочтение перед всеми другими проблемами. Скорпионы, вам не грозит в ближайшее время потеря состояния. Наоборот, благодаря своей удачливости вы сможете приумножить личные ресурсы. Стрельцы, небольшие презенты родным, на которые вполне хватает ваших карманных денег, могут быть куплены уже этим вечером. Не времените с подарками. Козероги, не удивляйтесь, если ваша вторая половинка станет чуть более капризной. Примите просьбы во внимание, но не забывайте и о собственных нуждах. Водолеи, от нагрузок в этот день стоит отказаться. Подумайте о чем-нибудь приятном, о грядущих праздниках, о подготовке к каникулам или о выборе подарков. Рыбы, сегодня есть опасность забыть о чем-то важном, опоздать на запланированные встречи, потерять документы. Будьте внимательнее. Еще раз хорошего утра. Я, к счастью, состою в отношениях, в браке, да, но тем не менее, кто не мечтает о принце на белом коне, во всяком случае, не знаю, как мечтают или нет, но почувствовать себя им хочется. Сегодня у нас в гостях вот такой замечательный белый конь Бублик.
Да, замечательный рождественский конь Бублик и его хозяйка Дарья Мутовина. Доброе утро. Здравствуйте, Даша. Вы пока будете беседовать с Васей, давайте я попробую сделать это самостоятельно, залезть. Это же сложная вещь. Ну, по сути, да, но попробуйте садиться с левой стороны на лошадь. Вот стой. С левой. Да. Так. Попробую. Ты дебютант вообще в этом деле? Ну, я как-то пару раз я залазил на коня. Угу. Бублик, только пожалуйста. А вот Дарья... Можно держаться, да? Мне кажется, я сейчас это сделаю. Ты только коня не переверни. Оп. Дарья, расскажите, кто сшил такой костюм? У нас неужели в городе шьют костюмы для коней? Ну, вообще, как бы мы долго выбирали костюм, но потом так смотрим, у всех все есть. Как бы мы самостоятельно можем шить, но из-за нехватки времени мы решили попросить девочку, которая занимается данными вещами, шьет наряды для лошадей. Вот, за пару дней... Такой чудненький наряд для Бублика был готов. Фантастика. А вы можете немножко рассказать, вот Бублик, это уже взрослый конь? Да, ему на данный момент 10 лет. 10 лет, да? Саш, ну что ты там делаешь с конями-то? Я фотографирую с Бубликом. Тебе удобно там? Здесь вообще классно. Мне кажется, что даже конь греет. Вообще холопы. Отойдите. Это я не вам, да, это я вот ребятам. Это ты мне, да? А расскажите про коня. Вот он нормально вообще воспринимает новых людей, вот, например? Или Саша это исключение? Он очень вообще воспитанный у нас мальчик. Всех подпускает? Да, всех подпускает, но как бы свое я иногда любит показать. Но чаще всего свое я он показывает именно мне. А к остальным относится очень лояльно и дружелюбно. А мы можем показать конструкцию? Вот сейчас можно немножко расстегнуть, да? Конечно, обнажим пожалуйста. Коня, зрители. Внимание, пикантная подробность. Оп! А, тут все застраховано. Даже если липучка отклеится, да, костюм не слезет с него. Так... Я вообще прослушал, я потому что сел и ничего не услышал. Где шьют такие вещи? У знакомой девочки, которая занимается такими вещами, она шьет пошив, у нее идет вальтрапов для лошадей, всяких снаряжений, красивых украшений и так далее. То есть люди, которые с очень большим размером одежды не могут себе что-то найти, они могут обращаться к вашей. Конечно. Вот шутник, смотрите на него. А вы можете продемонстрировать, вот коли уж Саша залезть-то на коня смог, управлять он им не может, какой-то... Круг почета, да, конечно, что ли? Конечно, без проблем. Я немножко отойду в сторону. Вау. Вот он, принц на белом коне. О, да. Дарья, скажите, а вот в вашем подчинении сколько коней? Ну, на самом деле, пока один. Один только, да? Расширяться тоже планируем. А это дорогое удовольствие. Вот сколько стоит прокормить коня? Сейчас дорожает доллар, дорожает евро. Гречка, ваш и все конь... возможные крупы. Да, ваш конь зависит как-то от курса валют? Конечно, на сено, на овес все равно цены растут и платим довольно немало. Вот так. А если завести себе, как называется, коня женского пола, не знаю, можно говорить, что вы верили или нет, можно размножать коней себе? Конечно, численность. Это вы не мечтали проблем. Никогда сделать себе много коней, целый автопарк? Ну, сейчас, на самом деле, в силу возраста пока трудно, но в дальнейшем, конечно же, я планирую несколько лошадей, точно у меня будет не меньше 4. Смотрите, а вот лошади спят стоя? Да. Или они, стоя, да? Ну да, на 3 часа они ложатся максимум, просто вес их не позволяет. Как телеведущие, лежать. Ну практически, да, мы тоже. И у меня последний вопрос технический. С какой скоростью может, вот, допустим, вот этот конь Бублик? Никто на него GPS не ставил? Ну, трудный вопрос, на самом деле. Даже не знаю, если честно. Километров 20, может, сейчас 30. 20? Да, нет, 30 человек бежит. Я думаю, конь может быстрее. Сегодня загуглим, расскажем. А вот я хочу спросить, Дарья, а вы сейчас после нашего эфира пойдете, когда домой, вы же можете пробки оббегать? Или вам нужно вслед за машинами вставать? А у нас вездеход. Что везде? Вездеход. А, вездеход. Ему можно... Вот, пожалуйста, знаете, конное такси. Бывает такое, да, Дарья. Можно мне машину? Вы на ком, в какой улице живете? Конь стоит или именно я? Ну, ладно. В общем, можно мне машину туда-то? Машин нет. Ай, поехали, Бублик. Чики, да. До магазина. Да. Бывает такое, что вы куда-то вот по своим делам? Конечно, на этой лошади, да? Конечно. Это удовольствие, на самом деле, доставляет. Особенно, когда стресс после работы. Сел, поехал, отдохнул. Жалко, в лифт не входит, да? Да. Домой можно было бы поставить. Дарья, последний вопрос. А Бублика можно как-то попросить на свое мероприятие? Вот если я захочу 31 декабря Новый год отметить вот в компании такого Санты. Или просто девушку, например, удивить. Конечно, да, на белом коне. Конечно, Бублик будет рад прийти на любое мероприятие, покатать детей на день рождения. За стол. За стол может даже сесть. Да. Обратите внимание. Если вы запаслись все-таки гречкой или крупами, да, вот в этом...
паники, кризиса, например, то, собственно, ну, а потом все цены опять вернулись на свои места, зовите Бублика в гости. Он непременно поможет вам избавиться от этих лишних запасов. Слушайте, я думал, что я задаю вам последний вопрос, и тут я вспомнил. Скажите, а шампунями ваш конь пользуется? Сейчас рекламируют шампуни, якобы которыми и кони, и люди пользуются. Ну, вообще для лошадей есть специализированные шампуни, моем мы их летом, когда тепло. Но для людей они не подходят, конские шампуни. Ну почему, конечно, можно пользоваться. Но вообще это как бы для лошадей идет специализированное. Очень симпатичный коняшка у нас сегодня в студии был. Зовут его Бублик. Он у нас, видите, в роскошном костюме Санта-Клауса. И Дарья Мутовина, владелица рождественского коня, была у нас в студии. Вам большое спасибо. Вам тоже спасибо, что пригласили. Бублик, тебе огромная благодарность. Сейчас у нас любопытный сюжет, который тоже связан с шерстью. Народная мудрость гласит: сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. И сегодня мы расскажем, что поможет вам согреться в зимние морозы, а заодно и подарки к Новому году подберем. Палантины и платки из натуральной овечьей шерсти – теплая и уютная покупка. И отличная идея для подарка дорогим и близким. Выбирайте подходящий цвет и кутайтесь. Тапочки из кожи в ассортименте магазина появились совсем недавно и уже завоевали свою популярность. Они очень практичные и удобные. Я, пожалуй, такие маме своей подарю. Семье большой подарок. И это будет плед. Фантастически теплая, полезная для организма и очень красивое покрывало. Выбирайте подарки выгодно. При покупке от 2000 тапочки из шерсти – подарок. Кошельки из натуральной кожи производства Монголии – новинка в магазине «Шерстилен». Приходите и выбирайте. Салон «Шерстилен», торговый центр «Оптима», цокольный этаж. Часов и 42 минуты в Красноярске. Всем доброе утро. И вот прямо сейчас мы поговорим, во-первых, о фотоконкурсе. Еще раз давай напомним. Котейка рубль бережет. Для что нужно сделать, чтобы получить 5000 рублей от телеканала ТВК? Все просто. Во-первых, нужно завести домашнего питомца, кота. Либо кошку. Этот кот, кошка, да, либо он должен уже у вас быть. Фотографируйте его вместе с денежными купюрами, любыми, и выкладываете эту фотографию в социальную сеть Инстаграм с хэштегом «Новое утро». Все предельно просто. Мы потом смотрим, каких котов и с какими купюрами вы сфотографировали. Если все это подходит к нашему конкурсу, значит, вы автоматически становитесь его участником. И 29 числа в прямом эфире мы подведем итоги и узнаем, кому достанется 5000 рублей. Вам. Но сейчас мы поговорим вот о чем. Дело в том, что салон света «Люсар» объявляет просто беспрецедентные скидки. При покупке от 10 тысяч рублей «Люсар» дает скидку 14%. Причем это все нужно успеть сделать до Нового года. Вот, например, этот симпатичный светильник, который находится в нашей студии, стоил раньше 4350 рублей. А сейчас вот с этой большой скидкой вы можете его приобрести за 3741 рубль. А еще в салоне света «Люсар» постоянно новые поступления. И помимо светильников вы можете найти много люстр от классики до модерна по очень доступным ценам. В то время, когда все пытаются спекулировать на ценах и поднимают их, да, сеть салона света «Люсар» делает скидки, как и нужно делать Новый год, чтобы людям было приятнее, светлее и теплее. Наши партнеры для вас подготовили самую полезную информацию, с которой мы сейчас вас и познакомим. Буквально через 2 минуты будем в этой студии. Доброе утро! 23 декабря в мультиплексе «Киномечта» состоится предпремьерный показ новогодней комедии «Елки 1914». Вот, обратите внимание, действие там происходит давным-давно, 100 лет назад. А у наших зрителей сегодня есть возможность получить пригласительный билет на это мероприятие и порадовать себя перед новогодними праздниками. Но нужно правильно ответить на вопрос, который сейчас мы и озвучим. Одним из продюсеров фильма «Елки 1914» является Тимур Бекмамбет. Назовите фильм Тимура, в котором снялась Анджелина Джоли. Вот, дозванивайтесь, правильно отвечайте на вопрос. Мы ждем вашего звонка, а вас ждет билет пригласительный на предпремьерный показ в «Киномечту». Сейчас с Василием были на улице, нам показалось, ну мне очень показалось, что дико холодно, но на самом деле погода-то сегодня хорошая будет. Вот какая именно, узнаем совсем. Сейчас расскажем.
Отличного вам дня. Сейчас я расскажу о погоде. Понедельник, сегодня 22 декабря. Синоптики в этот день нам прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление существенно не изменится. 742 миллиметра ртутного столба. Утром температура воздуха минус 4 градуса. Это средняя по городу, хотя ощущается немного прохладнее. Днем будет около 5 градусов, ниже нуля, а вечером минус 7. Спонсор прогноза погоды в новом утре – Пальто Центр объявляет скидки на все. Не пропустите главную распродажу сезона. Я принес прочитать смс-сообщение, которое пришло к нам на 9020 с пометкой «Утро». Почему? Потому что оно универсальное, написано. Поздравляю мою любимую жену с днем рождения, желаю всего-всего. Или больше не вошло, или это правда для всех жен, у которых сегодня дни рождения. Так что мы присоединяемся к этим поздравлениям. Здорово, что вы нам написали. У нас есть телефонный звонок, и мы готовы принять его. Давайте знакомиться. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие мои любимые! Ух ты! Здравствуйте! Вот это хорошо, вот это приветствие! Все, можете не отвечать, билет уже становится билет вашим. Билет уже ваш, да. Поздравляю. Как вас зовут? Спасибо, меня Дарья зовут. Фильм называется «Особо опасен». Смотрели? Абсолютно верно. Смотрели кино это, Даша? Ну, нет. Плохо помню, если честно, но муж смотрел точно. Муж смотрел. Правильно, вы ответили верно. Действительно, фильм, в котором снималась Анджелина Джоли, и режиссером был Тимур Бекмамбетов, особо опасен. А мы вас вместе с киномечтой приглашаем на «Елки» 19.14. Это предпремьерный показ. Он будет уже завтра. Расположен мультиплекс «Киномечта» в Комсомоле на 3-м этаже по адресу Белинского, 8. А по понедельникам вообще все билеты в кино по 100 рублей. То есть вы еще сегодня можете сходить за 100 рублей в кино. Поздравляем, Даша. Спасибо огромное. С наступающим. И спасибо. И вас. Ой, очень мы рады вас слышать. Дозванивайтесь чаще. Спасибо огромное. Всего доброго. Привет семье. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Сейчас поговорим о том, какое меню вы приготовите для новогоднего стола. Если еще не определились, то, возможно, те самые рецепты, которые на этой неделе будут появляться в нашей программе, а рецепты простых блюд для новогоднего стола вам пригодятся. Поэтому посмотрите, пожалуйста, сегодня узнаем, как можно приготовить салат с очень вкусным кальмаром. Доброе утро. Сегодня мы приготовим простой и вкусный салат с кальмарами, который замечательно подойдет к новогоднему столу. Для этого нам потребуется свежий огурец, помидоры черри, один лист салата, перепелиное яйцо, кальмар и красная икра. В первую очередь нам потребуется сварить кальмары. В воду для кальмаров мы добавим перец черный горошком и выдавим немного сока лимона. Пока вода у нас закипает, я нарежу овощи. Огурец нам потребуется нарезать тонкой соломкой. Все ингредиенты мы будем смешивать сразу. Добавляем чашку. Помидоры черри нарезаем четвертинками. Хотя помидоры у нас большие, нужно нарезать помельче. Сейчас закипит вода, мы опустим туда кальмары. Очень важно помнить, что кальмары нельзя долго варить. Кальмары варятся буквально 2-3 минуты. Если мы их переварим, они получатся очень твердые и будут резиновые. Их невозможно будет жевать. Перепелиное яйцо нам потребуется разрезать на половинки. Вот этого нам будет достаточно. Кальмары у нас готовы. Обязательно просушиваем на бумажном полотенце, либо на салфетке. Кальмары у нас остыли, нам потребуется нарезать их кольцами. После этого мы добавляем кальмары в огурец с помидором. Добавляем майонез. На одну порцию потребуется около 20 граммов майонеза. Хорошо перемешиваем. Обязательно нужно поперчить. Добавим немного соли. Сейчас я приступаю к выкладке салата. Нам потребуется лист зелени, металлическое кольцо. Дома можно использовать обычную пиалку. Выкладываем сначала в пиалочку, и салат очень красиво лежит на тарелке. После чего мы украшаем перепелиным яйцом и красной икрой. Также мы возьмем немного зеленого лука. Салат с кальмарами готов. Приятного аппетита! Часов и 52 минуты в Красноярске. Всем доброе утро. Я надеюсь, что вы уже продумываете, что будет на вашем новогоднем столе. Семейное новогоднее застолье невозможно представить без вкусного и полезного десерта. Дети и взрослые одинаково любят сладкие блюда. Друзья, ну вот это сладкое блюдо сейчас у меня в руках. Можете посмотреть. Это джем малиновый. Джем махеев. Джем с ярким летним вкусом. Замечательно подходит к чаю в качестве самостоятельного десерта. И отлично сочетается с тостами и блинчиками. А вот, например, джем махеев черносмородиновый богат витамином С. А его терпкий вкус прекрасно сочетается даже с мясом.
Махеев. Вкус на зависть, качество на совесть. Спрашивайте в торговых точках нашего города. Ну а кроме сладких и вкусных джемов, Махеев специализируется на майонезах и кетчупах. Тоже обратите на это внимание. Да, друзья, и цена вас приятно удивит. Разнообразные составы и вкусы майонезов и кетчупов от Махеев станут прекрасным дополнением для новогоднего стола. Ну, так что это будут замечательные блюда, мы уверены, и это непременно поднимет вам настроение в Новый год, потому что и от еды, и от дополнений к еде, конечно, зависит, как мы проведем этот праздник. Приятного аппетита, да. Да, что с Махеевым мы вместе проведем его замечательно. Хорошего вам утра. Ну, а сейчас мы узнаем о том, как можно защитить вашу зеленую красавицу от домашнего питомца, коты так и норовят ее свалить. Не то что красавицу, я думаю, серпантин нужно защищать, потому что коты очень любят есть серпантин. Или котов от серпантина, знаешь ли, потом котам плохо. Ну, давайте посмотрим, что с этим делать. 1, 2, 3, 4, 5. А где шестой шарик? Котенька! Не досчитались елочные игрушки? Ищите в лапах домашних питомцев. Многие животные обожают с ними развлекаться. А уж как им нравится мишура и дождик, в ветеринарных клиниках в декабре и январе полно четвероногих, решивших пообедать елочными украшениями. Их 70% от общих случаев, говорят врачи. Владельцы причем сами замечают, либо кошечка уже ходит в туалет, у нее из попы торчит мишуринка, то есть, соответственно, она, проходя желудочно-кишечный тракт, застревает и только оперативно убирается. Собаки... мелкие породы очень любят играть с маленькими шариками, также с мишурой и дождиком. Крупная, средняя или крупная порода съедает какой-то шарик небольшого размера. Да, его видно хорошо, но обычно с новогодними игрушками такое не встречается. Это бывает с мячиками. Наиболее безопасное место для высокой елки в углу. Рядом не должно быть предметов, с которых животное сможет на нее запрыгнуть. Не стоит украшать нижнюю часть елки, туда легко может добраться питомец. Ствол, особенно если ель живая, обмотайте фольгой. По такой поверхности кот не захочет взбираться. Про мишуру и дождик забудьте. Тем более не стоит пытаться вытащить их, если питомец проглотил эти украшения. Сразу к врачу на операцию. Сложная операция плюс восстановительный период, то есть достаточно серьезный. То есть там предусматривается внутривенная инфузия, соответственно, плюс голодная диета, потому что это разрезается кишечник, иногда желудок. Поэтому достаточно длительный восстановительный период. Елочные шары закрепите скотчем, им же шнуры, если елка электрическая. Если кот боится пылесоса, пусть последний постоит неподалеку от елочки. Можно разложить шкурки от мандаринов или смазать ветки эфирным маслом с похожим запахом. Кошки его терпеть не могут. Как только усатая морда приблизится к украшениям, побрызгайте ее водой из пульверизатора. Так кот поймет, что елка не для игр. Собакам в этом случае подойдет команда «нельзя» или «фу». И если вас нет дома, закройте комнату, где стоит елка. А вот от домашних питомцев журнал «Каталог» прятать не стоит вообще. Его нужно всем своим домашним показать и почитать. В свежем декабрьском номере журнала «Стольник» вы сможете почитать интервью со Светланой Бондарчук, один из главных столичных инсайдеров и главный редактор журнала «Hello» о светской жизни и о проектах. А каким должен быть макияж в новогоднюю ночь? Вот это как раз сейчас будет открывать Татьяна для того, чтобы прочитать. Кроме того, персона номера, а это Виктория Лобрева, телеведущая и самая популярная обладательница титула «Мисс Россия». В проекте «Персональная экскурсия» с художником Георгием Тандашвили разглядываем интересные детали в суете городского пространства. Журнал «Стольник» в самых респектабельных местах нашего города, а также доступна бесплатная абсолютная электронная версия в App Store и Google Play. Так что качайте, наслаждайтесь, листайте на своих гаджетах, либо лучше вживую, потому что это приносит удовольствие и массу полезной информации. Да, на обложке действительно очаровательная Виктория. Даже... ради обложки стоит загрузить сегодня в свой планшетный компьютер или в телефон приложение «Стольник». Таня, ну что? Зачиталась, залисталась. Даже пахнет, понимаете, еще свеженький такой. Сейчас мы уже совсем скоро готовы перейти к выпуску новостей. Я пойду тогда, давай. Прочитаем.
Тем более, что происшествия любопытные. Пока Саша идет на новости, я хочу показать видеоролик. Таня, вот ты сейчас читаешь журнал, да, журнал «Стольник». Тут, в общем-то, нельзя найти чего-то пугающего, да? Журнал хороший, хорошие статьи, а вот когда читают детям сказки, там часто бывают какие-то моменты пугающие. А некоторые родители еще делают хитро, они намеренно ребенка пугают. Давайте посмотрим на реакцию парня, которого мама во время чтения сказки решила напугать. Вот так вот. Главное, как он зафиксировался. Ну, ты помнишь эти страшные истории, которые мы друг другу в детстве рассказывали? Страшилки в черном городе. А у некоторых ребят это получалось особенно эмоционально. То есть они могли интонировать так страшно. Так, а ты представляешь, в черном ящике там была черная кошка. И потом эта кошка достала из черного ящика свою лапу! Вот так. И ты в этот момент так... А меня однажды напугали, сказали, слушай, мне приснился сон такой про вампиров. Я, в общем, бегу от них, а потом меня все равно хватают и кусают, и я от этого просыпаюсь. И когда я проснулся, гляжу, у меня на шее... Вот так, а на шее ничего нет. В общем, не будем вас пугать, давайте посмотрим новости. Александр Смол готов свежими событиями с вами поделиться. Прямо сейчас утренние новости. Доброе утро. Золото наше. Жюри Кубка мира по биатлону отклонило протест Федерации биатлона Франции на действия россиянина Антона Шипулина, победившего в гонке с масс-старта на этапе Кубка мира. Российский спортсмен сохранит за собой золотую медаль, сообщается на официальной странице Союза биатлонистов России. Шипулин допустил один промах на 4 огневых рубежах и показал время 35 минут 16 и 8 секунды. Незадолго до финиша француз Жан-Гийом Беатрикс, шедший в группе лидеров, упал после контакта с Шипулиным и лишился шансов на борьбу за медаль. Падение Беатрикса также ухудшило позиции Фуркада, финишировавшего вторым. Но мы поздравляем Антона и, конечно, очень им гордимся. А в Красноярске замечены мошенники, предлагающие поддельные страховые полисы ОСАГО и КАСКО. Об этом сообщили в Департаменте экономической безопасности Альфа-страхования. Как пояснили в компании, за два последних месяца в Красноярске было замечено более 10 случаев мошеннических действий. Мошенники действуют по разработанному сценарию. Используя клиентские базы автосалонов, они сначала представляются клиентами и по телефону узнают страховой компании условия пролонгации договора страхования. После этого звонят клиенту или направляют смс-сообщение, предлагая купить полис с существенной скидкой. Высокое качество исполнения подделок не всегда позволяет клиенту самостоятельно выявить признаки подделки, говорится в сообщении компании. И также советуют там приобретать полисы только в официальных офисах. Мошенники же предлагают купить договор с существенными скидками и также доставить его по любому адресу. Ну, в связи с тем, как страховые компании сложно сейчас, да, выдают полиса, и приходилось, вы помните, переплачивать, да, дополнительное страхование. Понятно, что у мошенников выгоднее. Многие люди, наверное, это покупают. А жительница Гонконга, вот такой тоже автомобильный интересный инцидент. А Тинг Су, здесь и измена, и все. Ну, слушайте. Оставила изменившего ей мужа голым на парковке у торгового центра. Женщина обнаружила автомобиль супруга, когда следила за ним. Внутри машины она увидела двух голых людей, своего мужа и собственную сестру. Заметив Тинг Су, молодые люди выскочили из автомобиля. Воспользовавшись ситуацией, обманутая женщина села за руль машины и уехала с парковки, оставив смущенную пару на парковке без одежды. Свидетели инцидента рассказали журналистам, что молодые люди выглядели очень смешно, а люди хватали свои телефоны, снимали их на видео. И вот девушка, которая дает интервью, сделала то же самое. Это парень стучал кулаком в окно машины, но женщина просто уехала. А позже выяснилось, что Тинг Су подал на развод. В общем, не следите ни за кем, не копайте ничего, друзья, и ничего не найдете. Просто доверяйте людям. Хорошего вам утра мы желаем. А курс валют сейчас с удовольствием вам расскажем, как изменились цены на то, за чем мы следим последнее время. Итак, курс американского доллара на сегодня составляет 60 рублей 68 копеек, единой европейской валюты 74 рубля и 57 копеек. Хорошего вам утра и легкого пробуждения. Сейчас у нас уже в студии наш традиционный гость, интересный. Будем знать, как и что делать в наступающем или, может быть, еще в этом уходящем году. Утренние новости.
Доброе утро. У нас в студии Елена Киселева, эксперт нового утра по фэн-шуй. И сейчас она нам расскажет, как же выйти замуж в следующем году. Доброе утро. Доброе утро, Елена. Есть какие-то вещи, которые могут простимулировать это? Ну да, конечно. То есть в следующем году, конечно, есть такие моменты по поводу того, чтобы выйти замуж. Почему хорошо в следующем году выйти замуж? Потому что как раз в секторе любви у нас там хорошая звезда, исполняющая желания. Да и потому что год козла. Ну, почти, да, то есть как бы так. То есть почему вот представлены два барашка, да, то есть две овечки, там два барашка. А, то есть если их, единственное, что надо разворачивать друг к другу, то есть не друг за другом, а друг к другу, да, то в этом случае, то есть если такие две штучки повешать у вас в машине, например, да, то есть, ну, многие автовладельцы просто, то тогда, конечно, сектор любви будет, ну, и любовь как бы начнет вас сопровождать и сопутствовать. Такой момент относительно следующего года. Вообще коза и овца, она такая достаточно семейная, как бы, ну, животное, да? И поэтому она, в принципе, располагает вообще к любви. Поэтому она сама будет, ну, следить за тем, чтобы многие, как бы, там выходили замуж, женились и так далее. И для того, чтобы вообще спровоцировать очень активно такие, как бы, символы, конечно, очень хорошо дома поставить такие предметы, как, например, домовой с домовушкой, потому что это семья и любовь непосредственно. А, домовушкой называют его барышню. Да. Вот. То есть хорошо две козочки, да, то есть козел и коза, или там баран и овца, то есть, и, соответственно, они точно так же будут. А момент такой очень важный, то есть все вот эти предметы, то есть независимо от того, какие вы ставите, да, там парные, ну, мы любим две кошки, там два дельфина, это самые основные два слоника, то есть для того, чтобы жених или невеста были богатыми. Это все провоцирует очень активно любовь и счастье. И самое главное условие, то есть вы поставьте, как говорится, ну, условно говоря, забудьте об этом. Потому что когда человек слишком активно об этом думает и много думает, да, аура, скажем так, перенасыщается, и в итоге получается прям противоположный эффект. То есть вроде как бы смотрят, но в итоге никто не подходит и не знакомится, ну и вообще отношения в принципе не заводятся. Принципиально какие-то цвета для вот символов, которые человек выбирает, чтобы привлечь для себя замужество в следующем году? Нет, цвета здесь совершенно не важно, то есть абсолютно. Единственный момент, что если вы очень активно хотите, ну, например, спровоцировать этот сектор, потому что бывает, допустим, что человек долго там не знакомится, или, ну, вот вообще ситуация просто зависает и зависает, да? В этом случае, конечно, надо брать более активные символы. То есть, например, это либо золото, либо, допустим, две черные кошки, да, или вот как стоят ангелочек и с чертиком, да? То есть это именно провоцирующие такие моменты, когда энергетика очень как бы щелкает так сильно. Самое главное, действительно, вот забыть про это. Ну и очень хороший такой момент, новогоднюю ночь, поскольку у нас Новый год как раз проходит под звездами как бы благополучия и удачной луны, мы, естественно, как всегда, да, берем красные конверты, наши любимые красные конверты, которые очень хорошо помогают, а тем более сегодня как раз первый лунный день, ну и уходящий год, да, то есть это очень хорошо работает. Берем красный конверт, пишем туда свое желание. У меня появились отношения с, там, с мужчиной, да, или с девушкой. Описываете возраст, описываете физические данные, да. А то бывает все-все-все хорошо, но, допустим, рост или вес как бы не совпадает, как бы надо, да. Который там или которая там любит меня, там все остальное. И самое главное, если, допустим, вы уже, ну, семьей обременены, как, ну, то есть многие там девушки в возрасте, да, то есть, ну, с детьми и так далее. Бывает просто кошка, собака и так далее. Обязательно указывайте вот этот момент, потому что очень часто такие случаи бывают, когда, допустим, девушка у нас знакомится, ну, девушка, парень как бы знакомится, а в итоге у нее или у него кошка или собака. И принципиально попутчик уже никак не реагирует. Ну, то есть, был случай, вот девушка познакомилась, все замечательно, все хорошо. Кошку категорически не принимает, даже без аллергии. Ну, просто не любит, и то есть, все. Если пишешь, что в грядущем году хочешь, например, начать встречаться или там выйти замуж за такого-то человека, нужно еще указать, что у него есть кошка или собака. Нет, не у него кошка и собака, что он любит и меня, и мою кошку. Ну, сразу все указывает, чтобы все любил, подстраховаться. Ну, чтобы, ну, как бы это... Или там, допустим, родственники, да, например, многие живут с мамами, точно так же укажите, что она любит меня и мою маму, да, то есть, потому что бывает, что девушка категорично, они не сходятся, ну, потому что мама... С кем живете, того в список и вносите обязательно. Елена Киселева сегодня в нашей студии побывала, рассказала о том, как можно быстро и эффективно выйти замуж в 2015 году. Так что берите на вооружение эту информацию, пользуйтесь и будьте счастливы. Да, счастья вам в грядущем году. Сейчас мы посмотрим рубрику «Handmade». В ней узнаем, нет, не то, как делать специальные атрибуты по фэн-шуй. Мы сегодня сделаем просто украшение с пингвинами Мадагаскара. Да.
Даже если ваша новогодняя елка давно уже наряжена, на ней всегда можно найти место для еще одного украшения. Miss Worldwide, let's celebrate. Yeah. Первым делом необходимо раздобыть две прозрачные пластиковые крышки. В моем случае это крышки от упаковки из-под чипсов. Обе крышечки прикладываем к распечатанному изображению. В общем-то, распечатать можно было любое изображение и даже фотографию. Например, фотографию друзей или родных. Обводим круги карандашом, вырезаем картинки и вкладываем их внутрь крышек. Так как обе эти детали предстоит склеить между собой, чтобы изображения внутри не топорщились, между ними вставляем бумажную прослойку. Это обычный лист, сложенный в несколько раз. Быстрое и надежное соединение обеспечит липкая лента. Приклеиваем ее по периметру, соединяя обе крышки. Вполне уместно будет замаскировать место соединения симпатичной лентой. Фиксируем ленту с помощью двустороннего скотча. Чтобы украшение было удобно подвешивать, делаем ему петлю из атласной ленты. Приклеиваем ее на самую верхушку и дополнительно украшаем камушком. Елочное украшение завершено. Как вы понимаете, учитывая простоту идеи, можно смастерить много таких игрушек и украсить ими не только елку, но и вашу квартиру. Восемь часов и 9 минут. Всем доброе утро. О влиянии звезд на нашу судьбу на этой неделе. Вот об этом нам расскажет Евгения Головина буквально через одну минутку. А прямо сейчас у нас гороскоп на сегодняшний день. Улыбнитесь новому утру. С вами гороскоп. Овны. Возрастает вероятность очередного счастливого случая. Повышается вероятность удачных приобретений, полезных для вашего будущего. Тельцы, вы сегодня уйдете с головой в работу, но не увлекайтесь слишком. Ваше служебное время будет оплачено руководством не вовремя или не полностью. Близнецы, если вы согласитесь принять участие в общем деле или помочь кому-то, то обязательно получите за это материальное вознаграждение. Раки, усилия и личные инициативы начнут приносить отдачу лишь ближе к концу дня. Именно на вечерний час стоит перенести переговоры или начало важной поездки. Львы, человек, решение которого вы ждете, сегодня может взять тайм-аут на размышление или просто исчезнуть из поля вашего зрения. Девы, выход из любого положения, в том числе неприятного, найдется сам собой. И даже если он не покажется вам идеальным, то во всяком случае вполне вас устроит. Весы, материальным делам, а также любым начинаниям практического характера в эти сутки желательно отдать предпочтение перед всеми другими проблемами. Скорпионы, вам не грозит в ближайшее время потеря состояния. Наоборот, благодаря своей удачливости вы сможете приумножить личные ресурсы. Стрельцы, небольшие презенты родным, на которые вполне хватает ваших карманных денег, могут быть куплены уже этим вечером. Не времените с подарками. Козероги, не удивляйтесь, если ваша вторая половинка станет чуть более капризной. Примите просьбы во внимание, но не забывайте и о собственных нуждах. Водолеи, от нагрузок в этот день стоит отказаться. Подумайте о чем-нибудь приятном, о грядущих праздниках, о подготовке к каникулам или о выборе подарков. Рыбы, сегодня есть опасность забыть о чем-то важном, опоздать на запланированные встречи, потерять документы. Будьте внимательнее. Доброе утро. Это замечательное событие, которого мы ждем, начиная со вторника, потому что по понедельникам Евгения Головина приходит к нам и рассказывает что-нибудь интересное. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, что на этот раз мы узнаем? А на этот раз я вас, Александр, удивлю. В прошлый раз не удивила тем, что Юпитер был, и все мы радовались Новому году. А сейчас вроде как Новый год еще не наступил, а солнце уже перешло в знак Козерога. Туда же сегодня перешла Луна, они соединились сегодня новолуние. Что вы говорите? Да, и это время, хотя, казалось бы, праздник еще не наступил, но гороскопически время сейчас уже подойти к вопросам ответственности, рациональности, к вопросам правил, продумывания и всего прочего. То есть Козерог, куда вот сейчас сместились все планеты, да, сейчас нужно начинать планировать грядущий год, планы какие-то, какой-то такой более рациональный подход ко всему должен быть, в том числе к выбору подарков. То есть если в ближайшие два дня, пока Луна идет
идет по знаку Козерог, а вы планируете отправляться за подарками, то, мне кажется, те, кому вы их выберете, вряд ли будут радоваться какой-то милой, ненужной безделушке, потому что, скорее всего, это будет что-то очень такое... нужное, полезное, может быть, даже не столько интересное человеку, но дариться это будет со словами «это нужно». Это вот тебе пригодится на долгие-долгие годы. Что касается, ну вообще, как бы сам по себе Козерог, это знак таких ограничений, правил. То есть в этот момент люди становятся менее эмоциональны, более рациональны, более продуманы. И, конечно, учитывая, что сегодня новолуние, то здесь можно говорить о том, что волевые качества человека, они преобладают над эмоциональными. Луна, в принципе, в Козероге не очень сильная, поэтому, наверное, сейчас каких-то вспышек и сильно агрессивных от людей ждать не стоит. Но, с другой стороны, надеяться на то, что вас кто-то в ближайшие два дня погладит по голове и скажет, какой ты у меня хороший, или какая ты у меня хорошая, тоже не стоит. Потому что именно вот эмоциональные проявления сейчас, они достаточно проблематичные. Стоит отметить, что так как сегодня первый лунный день, новолуние, то сегодня не нужно начинать никаких новых дел, но сегодня их нужно прям до мелочей продумать в своей голове. Не просто «я бы хотел, чтобы», а прям сесть и, возможно, даже прописать, чтобы на ближайший... Сегодня закладывается фундамент, как и в любой первый день, на ближайший месяц. Если сегодня произойдет какой-то конфликт, то я хочу вас расстроить и огорчить, этот конфликт может затянуться на ближайший месяц. И быстрого разрешения этого конфликта ждать не стоит. Да, поэтому сегодня я бы не рекомендовала точно вступать в какие-то там конфронтации, хоть явные, хоть неявные. Но вот я помолчу сегодня лучше в разговоре с тобой. Давай дальше. Чтобы на месяц не поругаться, да. Но вот эта ситуация сегодня, завтра еще будет Луна идти по Козерогу, дальше она перейдет в знак Водолея. Водолеем управляет Уран, планеты непредсказуемости. Поэтому среда и четверг пройдут под эгидой «я опоздал, я не успел, я не доглядел». В общем, я чего-то там недопонял, не расслышал. И вот все в таком духе. Поэтому... Даже те, кто привыкли 100% всегда приходить вовремя и все делать по правилам, вполне вероятно, в эти два дня будут вот как-то такие несобранные, расфокусированные, не понимать вообще, что где, как происходит. Поэтому не ругайтесь на себя, не ругайтесь на своих там коллег или родственников. И, наверное, даже позвольте опаздывать и что-то делать не так, потому что только так вы сможете эти два дня наименее болезненно, наверное, пережить, потому что от этого не избежать, никуда не деться. Что касается пятницы и субботы, то Луна уже плавненько перейдет в знак Рыб. О чем это говорит? Это говорит о том, что захочется какого-то расслабления, может быть, какой-то медитации, природы, почитать какую-то, может быть, психологическую или эзотерическую литературу, сходить на какую-нибудь выставку, посмотреть какой-нибудь мистический фильм. Ну, а в воскресенье Луна перейдет в знак Овна, и там уже захочется каких-то активных действий. Возможно, все дружно пойдут в последний выходной на столбы, либо будут бегать быстро по магазинам. То есть какое-то вот, захочется вот этой вот активности. Вот такая нас ждет ближайшая неделя, теперь уже предновогодняя, да, наверное, ее можно так называть. Но еще раз напоминаю, что все-таки то, что большинство планет сейчас стоит в знаке Козерога, это говорит о том, что сейчас и на ближайшие праздники новогодние тоже, наверное, сильно расслабляться не надо, стараться не переедать, не перепивать, потому что Козерог за этим будет строго следить и наказывать тех, кто не следует правилам и не берет на себя ответственность за то, что Козерог он делает. Козерог еще последил за курсом валют, мы бы были ему особо благодарны, да, чтобы он менялся в большую сторону. 9 дней осталось до Нового года. Начинайте готовиться уже сейчас и прислушиваться к советам нашей коллеги Евгении Головиной, психолог-астролог. Мы ее благодарим. Сейчас прервемся ненадолго, а потом вновь вернемся в студию. Аграрному университету, конечно, досталось в последнее время, да, и от проверки с телекомпании ТВК, и вчерашний пожар, но это очень печальное событие. И событие с ректором. И мы на самом деле соболезнуем, конечно, погибшему человеку и его семье, это случается. К веселому, перейдем к веселому, к новогоднему, перейдем к тому, как можно заработать с помощью телекомпании ТВК, да, и, собственно, котов, они могут не только пожирать ваш корм, игрушки и мишуру, но еще и принести вам 5000 рублей. Как? Дело в том, что вам необходимо сфотографировать вашего кота.
Вот это... Или кошек, или котов. Я не знаю, может быть, у вас несколько таких. И желательно, чтобы на этой фотографии, нежелательно, обязательно вместе с котом были денежные купюры. И вот этот проект, который называется «Котейка рубль бережет», он как раз-таки вот и будет отражаться на ваших фотографиях. Присылайте ваши фотографии, вернее, вы можете их отправлять в нашу группу в Инстаграм и в нашу группу ВКонтакте. Размещайте свои снимки, не забывайте поставить хэштег «Новое утро», то есть ставите решеточку и в одно слово «Новое утро». По этому ярлыку мы сможем в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграме разыскать ваши снимки. Ну а 29 декабря в прямом эфире наградим победителя 5000 рублей за самого симпатичного, на наш взгляд, котика, у которого еще и деньги есть на снимке. За самый какой-то интересный кадр с этим, потому что у всех тут есть деньги, у всех есть коты, но нужно чем-то выделиться. Ну что, друзья, мы уже, кстати, совсем скоро переключимся еще и на телеканал «Перец», потому что у нас будет обсуждаться интересная тема, которую название я сегодня не буду говорить, ладно? А что ты смущаешься? Ну это... Я смущаюсь. Но может быть это про... А может быть это про меня? Ну это русская такая присказка, ничего в ней нет стыдного. В конце концов, многие с этой ситуацией сталкиваются в семье своей или в семье своих родственников. Будем обсуждать, начиная с 8:30, тему «В семье не без урода». Ну а пока давайте посмотрим красивый сюжет с красивыми девушками о шубах. Шуба настоящего итальянского качества – не только красивая покупка, которая подчеркнет ваш статус, но еще и выгодное вложение денег. Так что выбираем шубы. Идеальный вариант, когда в гардеробе есть несколько шуб. Роскошная на выход, классическая для всех случаев и ультрамодная. А главное, что сейчас любую из этих шубок выгоднее купить здесь, в Красноярске, чем в Италии на фабрике. К тому же шубы эталонного европейского качества будут радовать свою хозяйку 8-10 лет. И не забудьте про своих мужчин. В салоне представлена линейка шуб для них. Шубы меховых брендов «Браски» и «Антонио Дидоне» представлены в меховом салоне «Подиум». Теперь по новому адресу. Торговый центр «Комсомол», Белинского, 8, 3 этаж. Часов 23 минуты в Красноярске. Буквально через 7 минут мы будем вещать сразу на два телеканала. Это по-прежнему телеканал ТВК, а также к нам присоединятся все зрители телеканала «Перец». Будем говорить на тему... В семье не без урода, да, если она так звучит. Ну, просто, знаете, у кого-то в семьях наверняка есть, встречаются там брат, сестра, там, не знаю, дядя, тетя, кто-нибудь, кто выпадает из общего такого фона, да, если у вас такое есть, и кто-то из членов вашей семьи провинился, пишите нам 9020 с пометкой «Утро», либо наша группа ВКонтакте, так она и называется, «Новое утро», все просто, мы непременно это почитаем. Ну, а сейчас человек в нашей семье, которым мы очень гордимся, потому что у него колоссальное количество знаний, наверное, во всех областях, но вы знаете этого человека под кодовым именем тетя Таня. Да, и так советы от тети Тани далее в нашей программе. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня посев таких растений, как эустома и примула. Почему? Да потому что это растение будет расти 7 месяцев и только тогда зацветет. Но мы уже говорили о том, что красивее эустомы пока никого нет, а вот красивее, чем примула под яблонями, сливами и грушами, тоже никого нет. Ранне цветущее растение, примула, является не просто украшением, оно ковровое. Понимаете, что это такое? И увидеть ковер цветущих растений, как только сошел снег, да это просто счастье для садовода. А тем более для огородника, у которого, допустим, нет плодовой, да, плодового сада. Но цветы-то такие должны быть, чтобы сердце радовалось. Все вот эти растения, все примулы и эустомы, у них немножко особенный посев. Да, поверхностный. Написано «слегка прижать семена». Девочки, мальчики, слегка, не вдавливая в землю. Понимаете, что они загниют от этого. Но посеяв также через 2-3 сантиметра, разложив каждое семечко между рядами 5-7 сантиметров, мы первое, что сделаем, закроем все пленкой и отправим в холод. Что такое холод?
это плюс 5, плюс 7 градусов. То есть это температура холодильника. Практически 3 недели эти растения должны стратифицироваться. Поэтому делаем это в декабре. Вот именно холод и влага спровоцируют семена для всходов. Смотрите, декабрь. Декабрь, середина уже. Пока они отстратифицируются. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Июль. Вот когда они у вас зацветут. Семена, я вас умоляю, я, честно сказать, и не вижу их. Но опять двое очков. Достаем семена и раскладывая их, помним, не кучами, по одному. Они обязательно взойдут. Есть еще более мелкие семена, и их тоже скоро придется посеять. Это декоративные луки. Помните, да? Я хочу остановиться не на самом посеве, вы это уже поняли. Я хочу вам сказать, что вот такой препарат, как фитоспорин, он просто крайне необходим при посеве растений, ну, таких как томаты, флоксы, такие как перцы, баклажаны. И все цветочные культуры нужно взять вот это, заправить в капроновый носочек, высыпать и отпудрить. Не посыпать, нет! Вы должны отпудрить, чтобы каждый миллиметр почвы имел на себе вот эту белую такую пудру. Зачем? Этот препарат, как никто другой, избавит вас от появления черной ножки. Я надеюсь, с посевом все понятно, со фитоспорином все понятно. Пудрить, не сыпать. И делать это на растения, которые уже взошли, нельзя. Только после посева, пока нет растений. Всего вам доброго, до свидания. А все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Доброе утро! Мы вас приветствуем на ТВК, держа в руках перец, потому что совсем скоро мы еще и на перце будем. Мы почему присели? Да, действительно, потому что мы уже практически готовы к беседе. Кристина Мигунова, наша соведущая на этой неделе, уже приближается в студию. Доброе утро! Кристина, доброе утро. Хотите присесть? Нет, спасибо, постоите. Александр, сегодня постою. Спасибо, разрешили посидеть. Тем более, что тема-то такая у нас, в семье не без урода. Посмотрим, кто у нас подлец в нашей семье. Нет, мы не будем выбирать подлецов из нашей семьи, мы ждем ваших историй откровенных. Наверняка в вашей семье, в семье ваших родственников, может быть, у вас есть двоюродный дядя, который, ну, напрочь выбивается из вашей интеллигентной семьи. Ну, 100% у Кристины есть история. Нет. На этот раз нет? Нет. Я так ждал. Присылайте. Я вынуждена тебя огорчить. Присылайте ваши истории и делитесь своими откровениями. Можете смс-сообщение писать 9020, короткий номер, пишите «утро», пробел, и далее вашу историю семейную. Кто же в вашей семье выбивается напрочь из вот ряда хороших людей? Интересно, а осмелится ли кто-нибудь в нашей группе ВКонтакте отправить фотографию того самого любимого члена семьи? Ну, почему нет? Если это дальний родственник, который живет, например, не в нашем городе, а в каком-нибудь другом городе, я думаю, что... Если ему, откровение имеет место если быть. Ему за 50, то он только в одноклассниках есть, правильно? Да, ВКонтакте никак не проверить. Поэтому можно, собственно, этим заняться. Ну, а мы только негативные истории слушаем? Или... Ну, почему? Ну, а под... Или отличающийся, может быть, в хорошем смысле кто-нибудь есть в семье, но настолько сильно. Ну нет, таких людей уже не уродят. Вся семья такая не очень, а один такой молодец. Один вот он, красивый. Это я шучу. То есть это когда в семье все уроды, и один только, да, прекрасен. Да. Нет, но есть же истории, вот у меня у одноклассника, вроде бы одна мама их воспитывала, да, вот младший, который мой друг, замечательный человек вырос, что называется, а старший, Слава, он, по-моему, уже третий или четвертый раз сидит в тюрьме. Вот, причем ну, такие вот. У него серьезные правонарушения, хотя, ну, казалось бы, одна мама в одной квартире воспитывались, вроде бы, ну, он же не воспитывался там волчьей стаей, но вот один вырос нормальный, а другой абсолютно выбивается и, что называется, позорит всю семью, потому что мама у него воспитатель. А психологи, кстати, говорят, что... Ну, давай ты это расскажешь на телеканале давай, «Перец», давай. Хорошо, вот прямо сейчас вы уже можете его включать.
утро. Мы вас приветствуем на телеканале ТВК и на канале Перец. Будем с вами беседовать на тему «В семье не без урода». Ну, кстати, с этой темой связана и масса разных веселых историй. Ну, если честно. Ну, да. Не всегда негативных. Ну, у меня нет примера, но я знаю, что очень часто, когда старшие в семье говорят, ну, вот семья не без урода, обычно предваряет вот такую эмоцию, какая-нибудь прикольная история, над которой, ну, да, все смеются. Забавная выходка. Вполне возможно, что и в вашем арсенале есть такие истории. Заходите в нашу группу ВКонтакте, «Новое утро», ее легко найти, пишите там, ну или смски присылайте. Так, семья не без странного человека. Вот если так это говорить, то еще можно рассказать какую-нибудь историю близкую. Нет, знаете, вот я читала форумы, многие готовились к теме. В общем, у психологов, оказывается, есть такая теория, что если есть в семье два ребенка, то один из них обязательно будет, ну вот, плохиш. С одним будет все хорошо, и воспитание, и покладистый, а вот один будет плохиш. И дело все в том, что получается зачастую так, что родители сами программируют своих детей именно на эту историю, именно на этот сюжет. Потому что родитель говорит, вот один вот у меня молодец, а ты ай-яй-яй плохой. И ребенок начинает сам себя программировать на то, что я, наверное, плохой. Вот мне, наверное, не везет. И потом начинает назло пакостить. И в итоге превращается в такого отвязного плохиша в семье. Вот и все. Вот. Но бывает по-разному, потому что, опять-таки, мой одноклассник, ну, Паша. Да. Сколько приходилось... Мама учительница русского языка и литературы в школе. Сколько ей приходилось краснеть за него, она ни за кого столько не краснела. У них был старший сын, он прекрасно отучился, в Петербург уехал, все. Потом вот Паша, это выбивающееся слабое звено. И потом еще младший брат и младшая сестра. То есть у них четверо детей, вот один реально. То есть, я не знаю, видимо, только Пашу сравнивали с кем-то плохим, что он таким вырос. Потому что Паша вытворял такие вещи. Мама постоянно краснела, хотя она учительница в этой же школе и приходила на родительское собрание. А вас Паша опять там сломал парту в школе. Она, да, ё-моё. Она была классным руководителем у него и сама себя ругала. Нет, она не была классным руководителем. Вот это парадоксально. Ну, сама себя в школу вызывала. Я ему говорю, Паша, ну, тебе не стыдно, у тебя же мама. Ну как бы, ну это же вообще. Ладно бы она в другой школе работала. Она здесь, ей приходится краснеть перед учителями. Такие дети, такие люди в семье берут на себя самую плохую семейную карму и отрабатывают за всех. А остальным все только хорошее остается. А это раз оступишься, и потом всю жизнь тебя будут вот так. Да? Конечно. Это такой, с такой горечи сказал. Ты знаешь, мне кажется, у меня вся семья такая, кто-то когда-нибудь и оступался. Все оступались. Я думаю, что у всех людей есть такие события, за которыми можно сказать, ну ты в семье точно отличился, там, парень или не парень, в общем. А еще ведь, правда, можно скатиться вот в эту сторону, да, по наклонной, благодаря кому-нибудь из вот плохой компании, что называется. У нас плохой компании был замечательный парень Саша, тоже, кстати, в классе. Вот стоило мне с ним сесть за парту на урок, все, нас обязательно либо наругают, либо его там выгонят, потому что мы начинаем там что-нибудь шутить, веселиться, отвлекаться. Вот он был вот такой персонаж. Но с ним было весело сидеть зато. Вот вы знаете, уроках. Я приходил на урок географии, и мне говорили, ну вставай к доске. Я говорю, я еще ничего не сделал. Ну, ты же сделаешь. То есть наперед уже знали, что ты что-то напакостишь. Поэтому для меня Америка открылась только в институте. Я не знал, где находится Канада. Меня однажды посадили в классе, наверное, пятом, посадили к Жене Могутову. Привет ему, если сейчас смотрит нас. Значит, ну все, а я же отличница была, круглая. И тут у меня по математике начали... А? Шутка не удалась. Круглая. Давай, Таня. И тут у меня тройки начались, вы понимаете? И с этим ничего нельзя было делать. Все контрольные тройки пишем. Любая домашняя работа или какая-то там проверочная, и все на тройке. Говорю, Могутов, мне надо от тебя отсесть, но это невозможно уже. Да. А парень сам с собой проводит 24 часа в сутки. Прикинь, как ему было тяжело. Ахтунг просто. Пишет нам Лариса Рубан. Доброе утро. Я вообще не употребляю алкоголь. Невкусный он. И надо мной мои подруги стебаются на вечеринках. В семье не без урода. Да. Но, кстати, вот в друзьях не без пример. Урода. Да, да. Но это хороший пример. Да. Вы правильно делаете, что в этом смысле отличаетесь от подружек, тем более, что астролог нам сегодня рассказала, что лучше воздержаться от возлияния. Это да, лучше вообще воздерживаться от всего на свете. Кроме погоды. Особенно с такими ценами, друзья. А сейчас погода у нас, после этого вернемся к обсуждению.
Прогнозы синоптиков на первый рабочий день недели. Переменная облачность обойдется без осадков. Юго-западный ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха этим утром минус 4, днем минус 5, вечером минус 7. В общем, хорошая погода. Спонсор прогноза погоды в новом утре – Пальто Центр объявляет скидки на все. Не пропустите главную распродажу сезона. Доброе утро. Мы для вас еще подготовили и подарки. То есть за вашу откровенность и откровенные истории на тему «В семье не без урода» мы готовы платить. У нас есть пригласительный билет в квадрофильм. Сможете выбрать интересные сеансы и посетить этот кинотеатр, посмотреть какой-нибудь фильм. Также есть приглашение в «Море синема». Там вы можете посмотреть «Звездную карту». Вот именно на этот фильм мы разыгрываем сегодня этот пригласительный на две персоны. Ждем от вас сообщений. Призы вас ждут. Примерно ближе к 9:30 мы подведем итоги. Ну вот, чистосердечное признание. Я в семье урод. Хочу хорошо себя вести, но получается все наоборот. Как это так? А примеры? Пришлите нам примеры. Что же вы там такого нехорошего делаете, что выбиваетесь? Или вот Алиса нам написала, Головцова. У меня есть старшая сестра. В детстве она была для меня примером и авторитетом. Но я все равно чудила нехило. И несмотря на это, я маме говорила, не верь никому, я хорошая девочка. И правильно, маме так всегда нужно говорить. Всегда. Так. Я просто пытаюсь вспомнить вот своих школьных товарищей. Мне кажется, что у меня они все были как раз этой самой масти. Да? Ну да. Вот кого не припомню. Не, у нас было... Все происходило именно... Причем так получалось, что их братья были точно такими же, как они. Да? Да. Может быть, это было нормально? Ну, возможно. Ну вот я говорю, у меня другие, наоборот, примеры, что братья кардинально отличаются друг от друга. Ну, не знаю, друзья, наверняка у вас есть масса историй, так что 92 с пометкой «Утро» вы попробуйте их нам написать. Проще, но, конечно, менее анонимно сделать это в нашу группу ВКонтакте под названием «Новое утро». Так что пишите, мы будем ждать и с удовольствием обсудим да, это. Был у нас в начальных классах, извините, пожалуйста, что перебила, вспомнила, Яшка. Угу. Не помню сейчас фамилию, Яшка он был. У него старший брат тоже был из то ли из сидевших уже, то ли из каких-то местных хулиганов. В общем, все прекрасно понимали, Яшка-то сам по себе хулиган, а еще и старший брат есть. Имя уже ну, в общем, мы там все тихие-притихие сидели. И даже учителя тихие-притихие с Яшкой были. Все боялись. Да, но у нас была прекрасная преподавательница по музыке. И она нашла с ним общий язык. Яшка сломала музыку. Нет, не сломала музыку. А мы там хором пели. И вот, ну, естественно, все поют. Ну, Яшка что будет делать? Яшка там что попало творит, в общем. Что с ним делать? Как же быть-то с ним? А он очень любил ходить в видеосалоны, смотреть на Брюса Ли. На вот эти вот все боевики. Значит, об этом узнала наша преподавательница. И однажды на уроке музыки говорит, ребят, сегодня у нас свободный формат, петь не будем. Сегодня нам Яша расскажет про последний фильм с Брюсом Ли. И Яшка преобразился. Она его поставила прям в центр да, нашего такого кабинета музыкального. Он необычный, там нет парт. Там такая лесенка была для хора. И мы на этой лесенке были. Значит, и вот мы на этой лесенке, как в театре, а Яшка... И он на весь урок рассказывал. Ну, там в плане дыщ-дыщ, а он его дыщ, даст, ду-бу-бу. И вот так, в общем, весь урок. Но, понимаете, после этого Яша, правда, изменился. Во-первых, уроки музыки стали любимыми у него. Вот. Ну, вот к таким людям нужно найти подход. Конечно, да? И эти люди могут раскрыться совсем по-другому. Вот всегда можно переиначить такого человека. Ну, кстати, многие ведь еще шутят в своей семье над людьми, что там в семье не без рода, когда, например, все спортсмены, ну, бывает такая семья, а один вот ребенок, ну, ни в какой спорт не захотел идти. И вроде там папа лыжник, мама тоже КМС. А один пухлячок. А один такой, ну, не хочу. Вот да, тоже да. Вроде бы. Или все медики, а он в актеры подался. Хочу, ну, да. Это вот моя история. Серьезно? Так вот. Ну, просто как бы у всех нормальная профессия, а когда я сказала, что... Ну, я просто всех водила за нос до 11 класса и говорила, я буду учиться на лингвиста-переводчика. У меня все хорошо с языками, я буду лингвистом-переводчиком. И потом 11 класс подошел, и я сказала,
я буду актрисой. И все, и у всех был шок. А у них уже времени не было, понимаешь, тебя как? Нет, были ультиматумы. Мне пришлось поступать в несколько вузов. Я поступала в 3 вуза, во все поступила. И вот тут уже я сказала... Мой выбор был. Да, я сказала, я поступила во все вузы, везде на бюджет, вот теперь я буду выбирать все. Знаете, вот так. Умница. Брюс Ли. Кто-нибудь вспомнит вообще фильм? Ну, конечно, я никогда нет. не любил нет. фильмы. Он снимался в сериале «Бэтмен», между прочим. Ого. «Зеленый шершень» тоже был такой сериал. Ну и который известен, вот, например, «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона», «Выход дракона», «Игра смерти». Фантастика. Обсуждаем тему сегодня «В семье не без урода». Интересно. Пока посмотрим рубрику «Хендмейд», а сразу после нее вернемся к вашим историям. Даже если ваша новогодняя елка давно уже наряжена, на ней всегда можно найти место для еще одного украшения. Первым делом необходимо раздобыть 2 прозрачные пластиковые крышки. В моем случае это крышки от упаковки из-под чипсов. Обе крышечки прикладываем к распечатанному изображению. В общем-то, распечатать можно было любое изображение и даже фотографию. Например, фотографию друзей или родных. Обводим круги карандашом, вырезаем картинки и вкладываем их внутрь крышек. Так как обе эти детали предстоит склеить между собой, чтобы изображения внутри не топорщились, между ними вставляем бумажную прослойку. Это обычный лист, сложенный в несколько раз. Быстрое и надежное соединение обеспечит липкая лента. Приклеиваем ее по периметру, соединяя обе крышки. Вполне уместно будет замаскировать место соединения симпатичной лентой. Фиксируем ленту с помощью двустороннего скотча. Чтобы украшение было удобно подвешивать, делаем ему петлю из атласной ленты. Приклеиваем ее на самую верхушку и дополнительно украшаем камушком. Елочное украшение завершено. Как вы понимаете, учитывая простоту идеи, можно смастерить много таких игрушек и украсить ими не только елку, но и вашу квартиру. Доброе утро. Сейчас у нас будет откровение по телефону, потому что на щепетильную такую тему не каждый рискнет откровенно говорить. У нас на телефоне есть наша зрительница, которая расскажет о сестре, которая уже 20 лет висит у семьи на шее. Я буду... Вот это будет олицетворение сестры. Ну, такая визуализация. Никто не против? Ну, это же символ года, нельзя его плохим. Да, ну, давай. Алло. Доброе утро. Алло, доброе утро. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Лена зовут. Очень приятно, Лен. Скажите, какая у вас ситуация? И кто в вашей семье отличился на нашей теме сегодня? Ну, вы уже, в принципе, почти все рассказали. Чуть-чуть. Моя сестра, слава богу, не родная, но, тем не менее, 20 лет назад к ней постучались в дом свидетели Иеговы, принесли ей литературу вот эту, ага. Божественную. Угу. И все, скажу я вам, с тех пор она нигде не работает. А только верит в Бога, причем с периодичностью в 2-3 года религию она меняет, но суть остается прежней. Короче, значит... То есть деньги уходят из семьи? Да, они не приходят в семью. Им неоткуда приходить. Елена, скажите, а у родственников клянчат деньги, еду, одежду? Еду, одежду. Ну, у нас семья дружная, нам не нужно клянчить друг у друга. Так получилось, что вот все сами ей помогают и содержат, вернее, ну, полностью. А вот смотрите, есть же такое, да, все говорят человеку, чтобы он устроился как-то по жизни. Но все хотят какую-то mm-hmm. профессию, чтобы поменьше чего-то делать, да, там, вот как кошка, жить, не просыпаться по утрам. В принципе, у вашей сестре-то это получилось. Она 20 лет, она живет себе спокойненько, да, за чужой счет. Может быть, у нее, наоборот, нужно учиться, а не говорить, что она какая-то, ну... Так вот, такая. Я уже тоже думаю, да, мы работаем, да, с утра до ночи, можно сказать, ну? А она ничего не делает и живет не хуже, чем... Нужно было прочитать-то одну книжку, правильно, или парочку, которую ей принесли. Так она живет вместе со всеми живет или все-таки отдельно? Я шучу сейчас, вы... Вы вместе живете все? Нет, мы не вместе живем, она живет со своей семьей, у нее есть муж и 2 детей. А как муж и 2 детей к этому относятся? Их устраивает? А муж...
Муж тоже вместе с ней нигде не работает. А на что они живут? На то, что дают родственники. Родственники. А, все-таки родственники содержат. То есть они себя посвятили религии, регулярно меняют ее, и вот живут за счет денег родственников. А зачем родственники дают? Алло, алло. А зачем дают родственники деньги? Ну, как-то жалеют очень. 20 лет. 20 лет. 20 лет. Даже можно сериал снять, да? 20 лет жалости. Мне кажется, это прикольно. Лен, скажите, а пытались разговаривать с сестрой, с мужем? Нет, никогда. За 20 лет не было таких. Нет, не пытались. Мне просто интересно, что они говорили. Не пытались. Почему? Почему не пытались? А вы знаете, у меня такое ощущение, что всю семью такое положение дел устраивает. Почему? Ну, потому что мне так кажется, что всем все нравится. Она живет сама по себе, занимается своими делами, все родственники ей помогают. По-моему, это вот как-то... Подожди, что-то здесь не то. А вот как она относится к родственникам? Может быть, она душа вашей семьи, не знаю, душа компании вашей? Ну, она, да, она говорит, что вот она за нас, за всех молится, за всех вот помогает духовную составляющую нашей семьи. А семья верующая, естественно. Ну, нет, вся большая наша, нет. Ну как обычно, светская семья, то есть не замороченная. Лен, ну вы без любите, но семья любит Елену? Елена. Вернее, вот сестру вашу, как ее зовут? Я не могу за всю семью сказать, но для меня уже, ну, как-то накипело, наверное, поэтому я с вами об этом и говорю. Понятно. Не очень. Понятно. Как остальные, не знаю. Ну, правда, как вот так деликатно сказать? Бывает, что есть истории, там у моих тоже знакомых, когда старший брат, ему там купили в Петербурге квартиру родители, мама причем одна, которая здесь работала. Он там пожил, не понравилось, там что-то продал или он сдал квартиру, приехал сюда, теперь здесь не работает. Тоже вот так ему удобно. Путешествует, все ему помогают и вроде как хорошо пристроился. Да, вот как у людей получается так хорошо пристроиться? А вы, наверное, причем работаете усиленно. У вас одна работа или две? У меня лично одна работа, но есть в нашей семье люди, которые работают на 3, 4, 5 работах, чтобы содержать свою семью и помогать нашей сестре. Фантастика. Ладно, да. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Надеемся, что ваша ситуация разрешится. Ну, а если нет, вы знаете же это, да, если то, чего ты не можешь изменить, из-за этого не стоит переживать. Это такое, конечно, ванильное, знаете, выражение, да, но тем не менее оно единственно правильное. Ну, любопытная фраза была озвучена Еленой. Она говорит, мне кажется, что всех в нашей семье это устраивает. Понимаете, если бы не... Есть цель семьи, ради которой можно работать, да. Больше удивляет, что 20 лет эта история продолжается, и за 20 лет не было ни одного разговора. Ну, значит, сильно устраивает. Устраивает. Дальше у нас немного полезной информации, после вернемся. Прогнозы синоптиков на сегодняшний день. Первый на этой неделе рабочий. Переменная облачность и без осадков должно быть. Синоптики обещают сегодня утром -4, днем -5, вечером -7. Это у Ушакова хохочет просто рядом, поэтому я улыбаюсь. И желаю вам хорошего утра. Прогноз погоды в новом утре представляет салон кожи и меха «Мондиал». Шубы, дубленки со скидкой 50%. Продолжаем общаться на тему «В семье не без урода». Принимаю ваши смс-сообщения на 92.20 «Пометка утра», а также в группу ВКонтакте заходите, там отправляйте ваши фотографии, ваши какие-то истории. Куда хуже, когда в семье один ребенок, пишет нам Галина. И он урод. У меня 3 подруги, у всех по сыну. Не учатся, не работают, пьют, издеваются над матерью. Им уже по 30 лет. Фантастика. Это 3 подружки у них были? 3 подружки, то есть у них даже 3 сына. Надежды. Нет никакой уже надежды, уже все. А что у нас там ВКонтакте? Доброе утро. Почему считают, что если ребенок непослушный, то он урод? У меня старшая послушная, младшая, просто туши свет, кидай гранату. Но он более сообразительный, интересный. У него всегда 1000 отговорок, почему он такой. Таким детям просто надо больше внимания и любви. Да. Антон Тарасов нам написал еще. Вообще вот про детей нельзя сказать, что они бывают каким-то там, ну, в семье не без этого. Да, конечно, потому что дети, они, мне кажется, своеобразные. Если вот человек уже там... Нет, просто некоторые родители фразой «но это же ребенок» пытаются прикрыть его откровенную неадекватность и тупость. Нет, до 16. Вот 16 лет как стукнулось, когда он уже, ну, человек более-менее серьезный. Если тогда он не понимает вещей, тогда его можно... Да мне кажется, Саша, если 5 лет 4, не понимает, и в 35 ничего не поймет. Ну, правда, есть такие, которые... Ты приходишь в гости... Дядя Саша...
Вот такие дети делают. У него много энергии. Мама в этот момент говорит, да он просто у меня такой маленький еще. Ну тогда это к маме вопрос, а не к ребенку. Он-то не виноват, его же так воспитали. То, что ты в него заложишь, что и будет. Гены-то одинаковые, ты же сама его рожала. И папу ты его знаешь, ну, в лучшем случае. Антон Тарасов нам пишет, ребят, вот в моей семье урод, сестра младшая. Даже фотографии прислал Антон. Ей говоришь, а она все делает наоборот. На днях попросила у меня денег взаймы. Я ей говорю, вот тебе карта, сними с нее карта Газпрома. Снять только в этом банкомате нужно. Сказал даже, где банкомат стоит. Через пару минут приходит смс, что взяли комиссию за снятие наличных. Я ей звоню и спрашиваю, где снимала? Она говорит, в Сбербанке. У меня просто слов нет. Как можно так? Стоят два банкомата, Сбербанк и Газпром. И надо было снять Сбербанк. И просто бестолочь, сестра Оля. Возьмите себя в руки, Оля. Но она не сосла. Не следите сестру, ладно. Доброе утро. Есть в нашей большой родне N-юродный брат. Не хотела его звать на свою свадьбу. И когда пришло время раздавать пригласительные, он подрался со своей мамой на общем мероприятии. Очень вышло для меня неудобно не звать обоих. С мамой. Да. Виктория нам написала. Я в семье младшая. Старшей сестре 27. Мне 20. Так моя сестра настолько идеальная, что я на ее фоне всегда проигрываю. Она не ходит по клубам. Не курит. Не пьет. Готовит. Убирается. Тут поневоле будешь плохишом. Чтобы хоть как-то разбавить нашу семейку. Лариса Рубан еще раз написала нам. Привет еще раз. У меня бывший муж, когда купил новую машину в конце 90-х, о которой долго мечтал, для того, чтобы ее мыть, взял и отрезал от матраса на нашей кровати угол поролона. Я была в бешенстве. Ну тут точно в семье не без урода. Ирина Филиппова. Я снимала комнату, но очень хорошая женщина. Назвать ее бабулей язык не поворачивается. Хотя на тот момент ей было 76. Она майор полиции в отставке. Ее старшая дочь живет в Москве замужем с детьми. Дом полная чаша. А младший сын уже третий срок это досиживал в местах не столь отдаленных. Вот он парадокс жизни. Мама пристроила. Мама малыша пристроила. Надежно. О, Господи. Присылайте истории, откровенничайте с нами. Нам будет любопытно на тему «В семье не без урода». Но вы же понимаете, что это совсем не означает какие-то негативные окрасы. 9020, короткий номер. Утро, пробел, далее ваша история. Либо ВКонтакте пишите. Новое утро, наша группа. Кто в вашей семье выбивается из общей колеи? Может быть, тянет вас вниз? Кто самое слабое звено? Да. У нас есть еще смс-сообщение. У меня дочь и сын. А классная сына говорит, что они у вас от разных отцов. Настолько... Классное все знает. Да, настолько он ее доставал, эту самую классную, и настолько он отличался от сестры. Написала нам, опять же, Галина. И вот еще реакция на вот телефонный звонок от Елены. Я хочу сказать, что служить Богу — это большой труд, и осуждать сестру нельзя. А, ну это, видимо, из этой религиозной организации. Спасибо вам, ага. Такое служение, когда вы на шее сидите. Хорошее служение, ага. Да. Хорошая это если бы она нет, это если бы она в монастыре была, это одно дело, где люди работают. Когда она сидит в квартире, платит коммунальные все эти вещи, а деньги берет из родственников. Интересное служение. Слушайте, а в нашей семье считают мою маму, ну, не тем. У мамы три брата, а она одна девочка. Братья спортсмены, и ростом не ниже 180 сантиметров. А мама только болельщик и доросла только до 150. Но зато она как дюймовочка среди богатырей. Три богатыря. Конечно, там-то надо было пробиваться всем высоким людям. Да, а за нее уже три брата пробились, она может себе позволить особо и не расти. Зато в самолете удобно летать, все машины кажутся большими. Вот это большой плюс, так что... Компактная. У нас еще, кстати же, призы и подарки есть, так что вы непременно нам пишите, мы в конце программы уже буквально через полчаса вам их отдадим. И желаем вам хорошего утра. Давайте посмотрим. На кону билеты в кино. В кино? Да. В кино. Присоединяйтесь к беседе. И еще у нас, кстати, впереди будет психолог. Она нам расскажет об этом явлении, в том числе пояснит нам, почему так в одной семье бывают благополучные более, да, ребенок, на которого не жалуются воспитатели и учителя, а другой вот оторви и выпроси. Я не знаю, вы осуждаете, я говорю, что все мое окружение примерно состояло из таких ребят, да, у которых постоянно что-то с ними происходило, и мне кажется, они довольно интересные люди. Вопрос в том, когда ты исправишься, когда ты поймешь, что ты вот, например, как вот сегодня Лена нам звонила, да, когда ты уже сидишь у кого-то на шее, когда ты мешаешь другим жить, пока ты еще как-то делаешь что-то прикольное, это еще ладно, там, ну... В школе ты там имеешь возможность баловаться, там в институте ты можешь... Ну да, можно простить шалости человеку, который зарабатывает несколько миллионов в год.
рублей. Такому можно простить шалости, какие-то глупости. А если он вот такой вот служит, не пойми кому, там, макаронному монстру, сидя ну, в квартире. Это такие это вещи, странно. Это уже индивидуально. И еще раз напомним, 90-20 с пометкой «Утро». Наша группа ВКонтакте называется «Новое утро». Предельно просто. Вы туда можете не только написать свою историю, но и почитать те истории, которые нам пишут люди. Даже можете покликать по ссылкам, да. В этой группе можно знакомиться, находя каких-то симпатичных... Можно любоваться на котов. У нас котов там просто колоссальное количество, и они помогут сберечь вам средства и даже их приумножить. В общем, все это можно делать в нашей группе. Это тоже своеобразная религия и вера. Да, верить в своего кота, что он принесет деньги. Да. Дорогие друзья, я надеюсь, что далее беседа будет какой-то приобретать интересный оттенок уже, поэтому пишите, пожалуйста, и в группу ВКонтакте на 92-метка утра. Я передаю вот этот планшет Кристине, сама покидаю эту студию в 6.30. Завтра увидимся. Хорошего дня. До встречи. До встречи, ребят. С Таней увидимся действительно завтра в 6.30, а с вами еще полчаса на канале Перец. Будем беседовать на тему «В семье не без урода». Запаситесь историями, мы будем их читать. И благодаря им вы сможете сходить в кино. Так что это предельно приятно. А через 5 секунд буквально уже, да, мы останемся только на телеканале «Перец». Доброе утро. В семье не без урода обсуждаем эту тему. Вы можете присылать смс-сообщение, короткий номер 9020. Это практически анонимно. Пишите «утро», пробел и далее ваше откровение. Может быть, вы хотите пожаловаться на какого-нибудь родственника, который ну просто тянет вниз всю вашу семью до пятого колена. Саш, есть какие-нибудь истории? А я смотрю, нам пишут, кстати, «доброе утро», сообщение не в тему. Уже 3 дня, как ТВК и Перец вас не вещают. Страница в интернете не открывается. 10 лет встречала утро с вашим каналом, и сейчас какая-то аномалия. Зеленая роща, район мечеть. Мечеть, может быть, перехватывает сигнал. Возможно. И они тоже любят смотреть «Новое утро». Да, обратитесь к человеку, который поставляет вам связь, может быть, что-то там с оператором. Если смс-сообщение новое. Ну вот, кстати, я не знаю, можно читать. Давай. Сейчас мы обсудим это за кадром, хорошо? И прочитаем. Давайте посмотрим сюжет. Просто название компании, благодаря которой у некоторых людей не вещает как раз наш телеканал. Хорошо. Давайте пока посмотрим, что можно приготовить к новогоднему столу, да, и вот сейчас как раз эта рубрика. Доброе утро! Сегодня мы приготовим простой и вкусный салат с кальмарами, который замечательно подойдет к новогоднему столу. Для этого нам потребуется свежий огурец, помидоры черри, 1 лист салата, перепелиное яйцо, кальмар и красная икра. В первую очередь нам потребуется сварить кальмары. В воду для кальмаров мы добавим перец черный горошком и выдавим немного сока лимона. Пока вода у нас закипает, я нарежу овощи. Огурец нам потребуется нарезать тонкой соломкой. Все ингредиенты мы будем смешивать сразу. Добавляем чашку. Помидоры черри нарезаем четвертинками. Хотя помидоры у нас большие, нужно нарезать помельче. Сейчас закипит вода, мы опустим туда кальмары. Очень важно помнить, что кальмары нельзя долго варить. Кальмары варятся буквально 2-3 минуты. Если мы их переварим, они получатся очень твердые и будут резиновые. Их невозможно будет жевать. Перепелиное яйцо нам потребуется разрезать на половинки. Вот этого нам будет достаточно. Кальмары у нас готовы. Обязательно просушиваем на бумажном полотенце, либо на салфетке. Кальмары у нас остыли, нам потребуется нарезать их кольцами. После этого мы добавляем кальмары в огурец с помидором. Добавляем майонез. На одну порцию потребуется около 20 граммов майонеза. Хорошо перемешиваем. Обязательно нужно поперчить. Добавим немного соли. Сейчас я приступаю к выкладке салата. Нам потребуется лист зелени, металлическое кольцо. Дома можно использовать обычную пиалку. Выкладываем сначала в пиалочку, и салат очень красиво лежит на тарелке. После чего мы украшаем перепелиным яйцом и красной икрой. Также мы возьмем немного зеленого лука. Салат с кальмарами готов. Приятного аппетита! Доброе утро. Обсуждаем тему «В семье не без урода». К нам прислали смс-сообщение. У меня прекрасные родители, я окончил институт, работаю, а вот младший брат довел всю семью. Из-за него даже несколько раз я лечилась в психдиспансере. Родители столько горя пережили с ним. Мы
мы живем спокойно только когда он сидит в тюрьме, а когда выходит, всем очень тяжело и странно, одни родители, одно воспитание. Вот сейчас мы и обсудим с психологом, почему так происходит, что в одной семье диаметрально противоположные дети. А в гостях у нас Олеся Урбан. Доброе утро. Ну вот как можете прокомментировать вот данную историю? Семья — это целая система. В каждой системе есть всему свое место. И что, это системный сбой, вот такой брат, который доводит всю семью? Это законы системы, где всегда есть отток энергии куда-то, да, и всегда есть какой-то элемент, на которого тратится колоссальное количество энергии. То есть в любой семье такое есть? Ну, по сути, да, у всех есть в семье свои роли. Есть козел отпущения, есть дурачок, есть умница, да, есть там красавица, есть там принц и так далее. Разное колоссальное количество ролей, которые существуют в семьях. А нельзя, чтобы вот в этой, например, отдельно взятой семье не было уродов, но в другой было два? Ну, как-то вот эти вот центры переместить. Закон сохранения энергии не предполагает этого, да? Нельзя так, да? Где будет убыто, там будет обязательно прибыль какая-то. Я все-таки хочу здесь акцентировать вот на чем внимание. Вот даже в этом сообщении, да, говорится о том, что есть один центральный человек, вокруг которого вертится, ну, практически жизнь вся семьи, да? Который забирает на себя колоссальное количество энергии и внимания всех членов этой семьи. Вот дети успешные или там люди в семье, которые спокойные, может быть, без каких-то безумных там своих там достижений, успехов, но при этом совершенно спокойно там развиваются, не требуют к себе такого внимания, они чаще всего этого внимания и не видят, да, и они как будто незаметны, они такие где-то там в серой стороне, в темной. А вот подобные персонажи, они очень ярки, они очень привлекательны, и они очень важны для этой семьи, потому что то колоссальное количество энергии, которое они могли бы тратить в мирных целях, да, там, я не знаю, заниматься наукой, писать диссертации, там, иметь 4-5 работ, помогать там еще кому-то, они всю эту энергию вкладывают сюда. И чем больше этой энергии, чаще всего, тем больше проблем, да, с тем человеком, который в этой семье присутствует. Я приведу очень простой пример из своей практики. Я работаю с созависимыми семьями. Это как раз родители детей наркоманов, алкоголиков. Вот у всех мам такое колоссальное количество энергии, такой невероятный там внутренний потенциал для того, чтобы давать, да, и развитие другим своим детям, да, и себе, и там своей семье. Но они все это блокируют, потому что у них есть одна проблемная точка. Один самый, да, тот самый нужный, необходимый, любимый, в которого они вкладывают все себя, да, и при этом забывая о том, что есть рядом другие люди, есть рядом другие даже дети, которые требуют к себе тоже внимание. А что делать? То есть переключиться вот такой маме, которая навредила слишком-то заботой своему сыну, который вот пошел по наклонной, что называется, начать уделять уже внимание остальным? Как минимум, да. А что, внимание он почувствует себя брошенным и станет лучше? Я не могу сказать про брошенный, да. Вот чем больше я обслуживаю комфорт человека, который вот таким вот образом себя проявляет, тем ему комфортнее так себя проявлять, да. Ведь это же не просто брошенный. Одно дело, когда я тебе отказываюсь, да, и я бросаю тебя, я больше никогда с тобой не нахожусь в этой связи. А другое дело, когда я признаю, что есть и другое, да, есть и я в том числе, да, есть, ну, как сам по себе, как личность, но есть и другие люди в моей семье, которые... Ну, в которых я могу вкладываться. И это вложение, оно подчас будет намного качественнее и значимее. Нет, я просто думаю, что многие именно мамы боятся отдавать себя другим членам своей семьи только потому, что они боятся именно за того самого упустят. Человека, что не то чтобы упустят, а что вот я от него сейчас отвернусь, а он начнет делать еще больше плохого. Давайте я все-таки вот это вот про бояться я уберу, да. Это не из серии «бояться», это из серии «мне приятно быть постоянно необходимой и нужной». Mm-hmm. Это очень неосознанная штука иногда, и очень осознанная, когда мама говорит, да, он у меня такой забавный, милый, такой он необычный, такой он неординарный. Ей нравится быть в роли спасателя, конечно, да, вечно его выручать. Конечно, это насыщает, это ей дает ощущение вот этой вот необходимости, нужности. Это такая невероятная связка.
вот этой жертвы и спасателя, преследователя и спасателя, да, и все по этим треугольникам очень легко бегают. Угу. Пишут нам, племяннику 10 лет, два раза у него воровали телефон, ломал ключицу, кусала собака, а прошедшим летом первый был привод в полицию. Взял у мальчика велосипед покататься, забыв при этом сказать хозяину, что он этот велосипед взял. Испугался и утопил велосипед. То есть он его взял без спроса, потом от страха еще утопил, за что и попал в полицию. Что дальше будет, непонятно. Ну а внешность у него просто ангельская. Ну, вот я бы здесь все-таки не сказала, что это вот про тот случай, о котором мы говорим. Это, наверное, больше про такая нелепая, да, вот тоже к нам цепляются, особенно в детском возрасте, вот эти ярлыки. Смешной, нелепый, там, простушка. Чудаковатый, да. И вот мы так легко в эти ярлыки включаемся, да, и в них начинаем верить и жить. Угу. И потом их реализуем в своей жизни. Но у всего есть некоторый свой собственный стоп, да. Если я понимаю, что я больше не хочу находиться в этом ярлыке, я не хочу больше быть, ну, тем же самым вот этим в семье, который такой особенный, я могу принять решение жить по-другому. Но чаще всего я этого не буду делать, потому что вся семья будет активно поддерживать то мое настроение, состояние, которое у меня было всегда. Угу. Пишет наша зрительница, продолжает в поддержку вот этой сестры, которая уже около 20 лет нам звонила. Зрительница рассказывала, угу, что ее сестра около 20 лет висит на шее у всей семьи, потому что она ударилась в религию. В религию, да, но в различные ее течения, в том числе и секты. Хочу вам сказать, что я обычный человек, миллионов не заработала, у каждого свой труд. Спасибо вот такой сестре Лене, которая за нас всех молится, и поэтому мы с вами все еще живем. Вот каждый пришел в этот мир со своей миссией. Может быть, у человека такая миссия — ничего не делать, там на дому что-то вещать в космос и при этом жить за счет всех своих родственников. Может быть, вот я такой, я хочу, вы мне давайте денег, а я за вас буду отмаливать грехи. Все будет зависеть от того, как на это реагируют те люди, которые живут с этим человеком. Ну, то есть, если семья не против, как конечно, нам сказала героиня. Если они готовы это поддерживать, если они нашли в этом какую-то миссию, да, и готовы в эту миссию вкладываться, ради бога, значит, у семьи 100% есть для этого ресурсы. Угу. Не было бы ресурсов, не помогали. Естественно. Ну и, конечно же, наверняка есть какие-то грехи, которым всем хочется замолить. Все не против, чтобы их замолили. Да, но как бы самостоятельно не получается, а вот когда есть человек, который сам изъявляет такое желание, да, мне проще дать денег, и тогда... Хорошо пристроилась. Ладно, спасибо вам огромное. Мы продолжаем обсуждать тему «В семье не без урода». Присылайте свои истории. Сейчас посмотрим гороскоп от Астера Флома на сегодняшний день, 22 декабря. Улыбнитесь новому утру. С вами гороскоп. Овны. Возрастает вероятность очередного счастливого случая. Повышается вероятность удачных приобретений, полезных для вашего будущего. Тельцы, вы сегодня уйдете с головой в работу, но не увлекайтесь слишком. Ваше служебное время будет оплачено руководством не вовремя или не полностью. Близнецы. Если вы согласитесь принять участие в общем деле или помочь кому-то, то обязательно получите за это материальное вознаграждение. Раки. Усилия и личные инициативы начнут приносить отдачу лишь ближе к концу дня. Именно на вечерний час стоит перенести переговоры или начало важной поездки. Львы. Человек, решение которого вы ждете, сегодня может взять тайм-аут на размышление или просто исчезнуть из поля вашего зрения. Девы. Выход из любого положения, в том числе неприятного, найдется сам собой. И даже если он не покажется вам идеальным, то во всяком случае вполне вас устроит. Весы. Материальным делам, а также любым начинанием практического характера в эти сутки желательно отдать предпочтение перед всеми другими проблемами. Скорпионы, вам не грозит в ближайшее время потеря состояния. Наоборот, благодаря своей удачливости вы сможете приумножить личные ресурсы. Стрельцы, небольшие презенты родным, на которые вполне хватает ваших карманных денег, могут быть куплены уже этим вечером. Не времените с подарками. Козероги, не удивляйтесь, если ваша вторая половинка станет чуть более капризной. Примите просьбы во внимание, но не забывайте и о собственных нуждах. Водолеи, от нагрузок в этот день стоит отказаться. Подумайте о чем-нибудь приятном, о грядущих праздниках, о подготовке к каникулам или о выборе подарков. Рыбы, сегодня есть опасность забыть о чем-то важном, опоздать на запланированные встречи, потерять документы. Будьте внимательнее. А,
примерно таким вот эпитетом и будет сопровождаться сегодняшняя вот эта подделка. Офигенно, сказал Александр Смол. Но, тем не менее, наш конкурс называется «Елочные игрушки», поэтому мы просим вас приносить игрушки, которые могут на нашей студийной елке поместиться. Вы приносите на Копылова 50, оставляете свою игрушку, обязательно укажите авторство, фамилию, имя, отчество и контактный номер телефона, чтобы в случае победы мы могли с вами связаться. Весь декабрь мы украшаем елку рукотворными игрушками, которые вы делаете вместе со своими детьми. Ну а уже ближе к концу месяца подведем итоги и вознаградим самых лучших авторов, на наш взгляд. Саша, любуйся на снеговика, пока я рассказываю о том, что партнер проекта — сеть магазинов «Лео». Всегда большой выбор повседневной и нарядной одежды для ваших детей. Магазины «Лео». Ну а за предоставленную елочку мы благодарим сеть супермаркетов игрушек и детских товаров «Рич». То есть, ну что ж, раз этот снеговик произвел такой фурор, тогда вернусь в беседу. К вам я на ковер именно с ним. Хочу рассказать про одну семейку из деревни. Мама, папа и старший сын очень хорошие и всегда ставят пример. Мама главная в деревне, а старший сын круглый отличник. А вот младший сын, ему всего 5 лет, а он какой-то не такой. Помню, осенью было много глубоких луж, так он снял резиновые сапоги и пошел плавать. Мне кажется, в 5 лет это нормально. Ничего предосудительного. У меня старший сын гиперактивный. После него дома хоть туши свет. Миллион вопросов в минуту. На месте вообще ни секунды не сидит. Ему 4 года, пишет Мария. А я согласна с Александром, что в детстве можно быть непослушным. Вот Александр вырос и наблюдает за ним на экране, приносит удовольствие. Когда многие отличники и тихони, от которых в школе прям млели учителя, выросли и спились. Ну, скажем так, у меня немного таких примеров. Есть, конечно, такие, которым девочки все запрещали. Она уехала в институт отдельно от родителей, и все, понеслось, что называется, по кочкам. Но гораздо больше у меня примеров. Ну, то есть те, которые у нас были с золотой медалью, девочки, нормальные семьи живут. То есть сказать, что у нас в школе... Ну, то есть я не вижу вот в этом линии... Все по-разному. Немного таких людей. В садике это одна социальная группа, ты там себя ставишь, ведешь так. Школа другая социальная группа, ты опять себя так поставил, опять 10 лет ты такой. В институте ты опять смог что-то изменить в своей жизни. В работе ты опять можешь стать третьим человеком. Поэтому все, ну как бы, если ты, конечно, дурак, то это надолго. Да? Ну да, 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 это такой затяжной период. У меня есть одна знакомая семья, и вот там, наверное, больше подойдет поговорка, пословица. Дурной пример заразителен. Семья хорошая, все медики, причем там кандидаты наук и тому подобное. Две девочки, две сестры, одна старшая, другая младшая. Старшая была до, ну, наверное, лет до 14 отличницей круглой. Потом вот переклинила человека. Она посмотрела на окружение свое, что подружки ходят и в ночные клубы, и встречаются там с мальчиками, и что они только не делают. Решила наверстать. Да, решила наверстать. Пустилась во все тяжкие. 14 лет, какие тяжкие могут быть? Есть еще у нас девочка одна в 12 лет во все тяжкие пустилась. Да, 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 есть. Серьезно. В общем, потеряли девочку. Не знаю, как она сейчас дома. Она появляется так раз в месяц. Ее сестра посмотрела на все это. Она была тоже до 18 лет была такой тихоней панькой. А 18 лет... И она вслед за сестрой. 18 лет, она вот прям маменькина доченька была. 18 лет пришла и сказала: мама, я вышла замуж. Ой. И все, и ушла. И все были в шоке. Причем парень какой-то непонятный пришел знакомиться. И знакомиться пришел так. Мама ее просто рассказывала нам, говорит, он пришел, здрасте, здрасте, меня зовут так-то, так-то. А что у вас поесть есть? Холодильник открыл. Так, нам вот это соберите с собой, у нас просто денег нет, ну вы понимаете, мы молодая семья. Есть такие хамы, да, фу, вот ужасно. Так. Фу таким быть. В семье не без урода обсуждаем эту тему. 9020, короткий номер, пишите «утро», пробел, далее вашу историю. Ну или заходите в «Контакт», там тоже мы ждем. Доброе утро, у нас в семье маму так называли. Почему, только не понимаю. Она родом с Читы, вышла замуж и всю жизнь прожила в Красноярске. Когда писала домой письма, ее отец исправлял ошибки красной пасты и отправлял обратно маме. Ошибки были смешные. В общем, не всегда понимаю применение этого выражения. Супер, какой молодец. То есть он исправлял ошибки и возвращался.
прозвучал. Супер. Класс. Доброе утро. В семье настроя все мы вроде ничего. Есть чем родителям за нас гордиться. Но все-таки, если быть объективной, то урод в нашей семье – это я. Все компьютеры, техника в моих руках ломаются. Я уже молчу про машины. Мне стоит проехать несколько километров, она обязательно либо глохнет, либо ломается. Ну вот ничего я не делаю такого, но почему-то вот так получается. Анна Рыженкова. Да. Может быть, стоит замолить грехи? Нет, все отлично. Есть еще какие-то истории? Есть, мы начинаем после рекламы. Давайте сейчас ее посмотрим. В программе... Паркер. Сегодня 22 декабря, понедельник. Синоптики нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный, 1,3 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба. В течение всего дня не изменится. Утром столбик термометра на отметке минус 4, днем минус 5, ну и вечером минус 7. Достаточно тепло в понедельник, поэтому гуляйте и наслаждайтесь этой зимой. Прогноз погоды в новом утре представляет салон кожи и меха «Мондиал». Шубы, дубленки со скидкой 50%. Здравствуйте и доброе утро. В семье не без странного человека эту тему мы сегодня обсуждаем. Мы уже выслушали несколько и серьезных историй, и несколько историй забавных. Да, а между тем, пока ты боишься слова «урод», есть такой вариант семантики происхождения слова «урод», что раньше окрас был положительный у этой фразы, что урода. Ну, то есть это первенец в семье, то есть в семье, в которой есть много детей, да? Ну, в семье, соответственно, не без первенца. Мой, то есть, да? Урода, он стоит урода, то есть это человек, который начнет новый род, да, новую семью, соответственно, это вот такая новая ячейка, которая отделится. Ну, это один из вариантов происхождения, поэтому раньше в семье не без урода это означало, что просто в семье, в которой есть дети... Есть урод, ну, то есть человек, который первый? Просто... Первый? Да, первенец, которому все достанется, да. Это уже потом в семье не без урода. Я в семье получилась уродом, как старшая сестра. Лишь бы троек не приносила, бытовые проблемы решала. И мамины жалобы выслушивала. Сейчас я вышла замуж, осваиваю новую профессию. Приехала жить в Красноярск. Моя мама в разводе, младшего брата опекает, он сидит дома, в армию не пошел по здоровью. Всего боится. Для мамы талантливый художник, работает удаленно и неофициально. А в декабре ему не заплатили отпускные и зарплату за один месяц. Сейчас его увольняют по причине санкций в России и тяжелого экономического положения. Брат психует, а мама мне звонит и жалуется, что делать. Да. Доброе утро. Нас в семье трое, я средний. Уехала от родителей сразу после школы. Училась, работала. И по сей день живу самостоятельно, независимо от родителей. Мой старший и младший братья живут под крылышком и сегодня. И кто из нас красавица? У нас ситуация такая. И у меня, и у мужа дочери от первых браков. И общий сын сейчас растет. Девочки абсолютно разные. Но мой муж всегда говорит, что моя дочь просто монстр. А ей всего 9 лет. И многие вещи она говорит и делает не за зло, а от того, что... Еще нет опыта. Ругаемся с мужем постоянно из-за этого. И меня обвиняют, что я тоже монстр по отношению к его дочке и вообще к семье. Нервы сдают уже от такого отношения. А мы можем такой, знаете, досрочно вручить подарок? Давайте. Мне кажется, нужно семью объединить. И я так, давайте, наверное, отправим... Как-то принесет что-нибудь. Ну, в квадрофильм. Мне просто, мы потом можем в потоке забыть. Мне кажется, нужно семью объединить кинотеатром. Пускай сходят вместе. Вот здесь написано, ну, в общем, рекомендованный. Это пригласительный в квадрофильм. Да, так что мы вам желаем прийти к нам на Копылова 50, добраться без пробок и получить свой пригласительный, а потом весело провести время. И после этого помириться, никогда больше не ругаться, если это... Да, вы же одна семья. Главное найти общий язык. За СМС мы отдали, да? Теперь нам нужно, ну, можно еще попринимать истории на ВКонтакте, в нашу группу «Новое утро». Кристина. Да. Поделитесь, есть что-нибудь? Ну, пока новенького ничего нет. Тишина. Тогда давайте посмотрим полезную информацию и уже совсем скоро, наверное, подведем последний итог сегодняшнему утру. Накануне Нового года самый актуальный вопрос, а что подарить? И если вы любите делать своим любимым экзотические подарки, не пропустите наш тайский хит-парад. Итак, пятое место – тайский шелк. Легкий и очень приятный фуд-массаж. Прекрасный подарок для родного человека. Массаж ног снимает отечность ног, улучшает кровообращение органов малого таза,
После этого сеанса вы почувствуете легкость ног и легкую походку мы вам обеспечим. На четвертом месте СПА-программа «Цветок лотоса». 1,5 часа невероятных ощущений. Сначала посещение фитобочки, а после мягкий нежный аромамассаж, который наполнит вашу кожу волшебными ароматами. Такой подарок оставит в сердце самые теплые воспоминания. Третье место – традиционный тайский массаж. Для тех, кто хочет узнать, а что же это такое и почувствовать это на себе. После первого посещения этого салона и получения массажа я почувствовал себя очень легким, очень подвижным, очень мобильным. Я окунулся в атмосферу Таиланда. После сеанса «Жемчужина Таиланда» вы полюбите тайский массаж, так как любим его мы и все наши мастера. Среди массажей для двоих наибольшей популярностью пользуется программа «Магия розы». Это своего рода романтическое свидание с посещением спа-зоны, мягким скрабом и часовым тайским массажем. Подарите своим друзьям 2 часа блаженства и полного релакса. Это подарок для тех, кто хочет оживить немножко свои чувства. И, наконец, главный фаворит – счастье тела. Сочетание тайского массажа и массажа травяными мешочками. Программа для тех, кто хочет по-настоящему расслабиться, погрузившись в атмосферу Таиланда. Все эти программы можно заказать в подарочных сертификатах. При заказе от 2000 рублей бесплатная доставка. Заявки принимаются по телефону и на сайте салона тайского массажа «Савати СПА». Оплата наличными, банковской картой или с помощью электронного кошелька. Дарите своим близким на Новый год теплые эмоции. Сеть салонов тайского массажа «Савати СПА». Весны 10, Профсоюзов 38. Один, два, три, четыре, пять. А где 6-й шарик? Котенька! Не досчитались елочные игрушки, ищите в лапах домашних питомцев. Многие животные обожают с ними развлекаться. А уж как им нравится мишура и дождик, в ветеринарных клиниках в декабре и январе полно четвероногих, решивших пообедать елочными украшениями. Их 70% от общих случаев, говорят врачи. Владельцы причем сами замечают, либо кошечка уже ходит в туалет, у нее из попы торчит мишуринка, то есть, соответственно, она, проходя желудочно-кишечный тракт, застревает и только оперативно убирается. Собаки... мелкие породы очень любят играть с маленькими шариками, также с мишурой и дождиком. Крупная, средняя или крупная порода съедает какой-то шарик небольшого размера. Да, его видно хорошо, но обычно с новогодними игрушками такое не встречается. Это бывает с мячиками. Наиболее безопасное место для высокой елки в углу. Рядом не должно быть предметов, с которых животное сможет на нее запрыгнуть. Не стоит украшать нижнюю часть елки, туда легко может добраться питомец. Ствол, особенно если ель живая, обмотайте фольгой. По такой поверхности кот не захочет взбираться. Про мишуру и дождик забудьте. Тем более не стоит пытаться вытащить их, если питомец проглотил эти украшения. Сразу к врачу на операцию. Сложная операция плюс восстановительный период, то есть достаточно серьезный. То есть там предусматривается внутривенная инфузия, соответственно, плюс голодная диета, потому что это разрезается кишечник, иногда желудок. Поэтому достаточно длительный восстановительный период. Елочные шары закрепите скотчем, им же шнуры, если елка электрическая. Если кот боится пылесоса, пусть последний постоит неподалеку от елочки. Можно разложить шкурки от мандаринов или смазать ветки эфирным маслом с похожим запахом. Кошки его терпеть не могут. Как только усатая морда приблизится к украшениям, побрызгайте ее водой из пульверизатора. Так кот поймет, что елка не для игр. Собакам в этом случае подойдет команда «нельзя» или «фу». И если вас нет дома, закройте комнату, где стоит елка. Партнер программы «Новое утро» – сеть салонов «Оптика Давыдов». Успей обновить свой образ с выгодой. Доброе утро, мы готовы вручить пригласительный в «Море Синема». Сначала прочитаем, потом вынести свой вердикт. На вашу тему с юмором, много лет назад, выпускной класс, отмечаем Новый год, не зная, что в соседнем подъезде то же самое делает директор школы. Они нечаянно встречаются во дворе, шум, гам со стороны директора, родительское собрание, папа присутствует на собрании, а я на той вечеринке не была. Папа приходит домой после собрания и говорит маме: у всех дети как дети, а наша не пьет. Даже ничего они не сказали. Сейчас, доброе утро, даже не знаю, как сказать, мне жена изменила, и кто тут урод? О, печально. Крепитесь духом. Да. А в нашей семье каждый в какой-то момент способен превратиться в это некрасивое слово «урод». Но мы любим друг друга и учимся прощать, пишет.
Правильно делаете. Пригласительный в Море Синема на фильм «Звездная карта» мы готовы вручить. Ну что, Кристина, Кристина выбирает. Твой выбор. Ну, давайте отдадим билеты Антону Тарасову за бестолочь сестру Олю. Даже фотографию он не поленился, прислал. Может быть, еще раз зачитаем для тех, кто, может быть, только включил. Давай, давай, давай. А вот, вот в моей семье урод сестра младшая. Вот в моей семье урод сестра младшая. Ей говоришь, а она все делает наоборот. На днях попросила у меня денег взаймы, я ей говорю, вот тебе карта, сними с нее. Карта «Газпром», снять только в этом банкомате. Сказал даже, где стоит банкомат. Через пару минут приходит смс, что взяли комиссию за снятие наличных. Я ей звоню и спрашиваю, где снимала. Она говорит, что в Сбербанке. У меня нет слов. Как так можно? Стоят два банкомата, Сбербанк и Газпром. И надо было снять в Сбербанке. Просто бестолочь сестра Оля. Да, мы поздравляем вашу сестру, она все равно молодец. Завтра у нас потрясающая тема. Понаехали тут. Откуда вы понаехали в Красноярск? Вот. Будем обсуждать, ждите. Каждому есть что рассказать. Так что завтра будет действительно оживленная беседа. Друзья, 90-20 пометкой утра. Напомним, это наш смс-сервис. И новое утро, это группа ВКонтакте. Это всегда можно вступать. Мы желаем вам отличного утра, предновогодней рабочей недели. Да. Увидимся завтра. Пока! Пока!